like a bad energy I'll conquer in my soul. This is real. These nights are getting shorter in my soul. This is real.
bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. We'll be right back.
Ну что же, добрый вечер, друзья. С вами Док. Возможно, к нам чуть позже подключится и Десу. По-моему, даже подключусь сейчас. Да-да-да, я просто мьют нажал на микрофоне. Да, ну и, собственно, у нас сейчас начинается кланвар HTT против Angel Wings. Второй состав HTT будет играть. И, по-моему, играет второй игрок у нас, да? Первый по техническим причинам пока не явился, насколько я понял. Да, тут была такая ситуация, что наш менеджер второго состава попросил Angel Wings сыграть на час пораньше, потому что у нас тут есть игроки с нетипичным часовым поясом. Вот, к нам пришли на уступки, а, соответственно, подозревает менеджер оппонентов, что их игрок думал, что все-таки в 9 начало, а не в 8 по Москве. Так что, ну, мы могли бы, конечно, взять техну, ну, типа, по времени ожидания, но как бы к нам пошли на встречу, поэтому мы тоже идем. И мы просто решили вторую карту сыграть вместо первой и подождать, пока он придет, пацан, который на первой карте был. Вот, в принципе, в любом случае, первые три карты должны играться при любом раскладе, поэтому как бы большой разницы нету. Сыграть первую первой или первую сыграть третьей или так далее. Я просто смотрю, они всей командой решили в обе зайти, по-моему. Там просто если будет кто-то дропать, очень проблемно будет в итоге это смотреть. Я пока настройки гляну. Все, баннеры есть, а заставочка была. Еще раз приветствую, ребят. Сейчас нас чуть-чуть меньше, чем было на турнире полчаса назад, но тем не менее. Я удивлен, что, несмотря на ВКС, у нас еще есть ребята, которые держатся, не сдаются и смотрят наши игры. Так. Все, решили, да, проблему с лишним народом? Исключительно из-за лагов это будет не очень комфортно. В случае, если будет кто-то дропать, да, то это будет капец. Просит разрешить Ромулуса, он кастер. Да я не знаю, кто такой Ромулус. Тут таких... А, ой, вижу никнейм. Кик, H-Dragon. Распамим, и народ должен появиться. Так. О, все равно. Раз, два, три, четыре. Пять человек из Angel Wings. Ребята, технические моменты. Решаются. Да какая-то не техническая, а, блин, интеллектуальные какие-то проблемы опять у Angel Wings. Это французская команда у нас сегодня выступает оппонентом HTT. Так, ну вроде чуть-чуть поменьше народу стало. А, просто кикаешь. Понятно. Понимашка, нет, почему? У меня экспрессия на все есть. Кикните это через меня в залез как-то. Из DogGP. Кикни, пожалуйста. Спасибо. Ну что ж, ребят, мы начинаем. Первый матч. Карта Каталист. Инта Санлайт против Лайта. Забавно. Из-за ВЗ, господи. Ой. Ну вот, я еще Джулиан ноет, что я его кикнул. Потому что, блин, уже и так обсерверы есть. Нафига еще его держать?
Ну, вроде запустились. Тем временем, в нижнем правом углу у нас появляется зерк с ником White из клана Angel Wings. Ну, пусть будет бледно-розового цвета. В верхнем левом углу... Ты будешь представлять? Да, у нас ТВЗшка. В верхнем углу у нас Into Sunlight. Он же более известный как Hatsune Miku. И снизу у нас розовый оппонент... Тоже зерк. Angel Wings Light. Ребят, секунду, я свернусь, чтобы не было затыков. Игра есть на экране, все отлично. Так. Так, лига у нас Альфа, Non-Pro, то есть второй дивизион. У нас, соответственно, второй состав это для новоприсоединившихся, продублирую инфу, да. Angel Wings, соответственно, основной. По правилам на этой лиге может быть не выше... не выше 5600. Так, блин. По стандарту открывается Into Sunlight. У нас хата Gaspool. Тем же самым отвечает здесь Light. И, собственно, никаких пока чизов у нас не наблюдается. Мне это на самом деле радует, потому что за и так это собачьи драконьи бега. А уж когда еще и ставят ранние пулы, то прям вообще... Не очень люблю эти матчапы. Так, короче, какая-то херь тут выдумали. Там, не знаю, пацаны, пацанов, стрим офлайн. Сейчас будем разбираться. Каких? У нас офлайн? Нет, у них. Задержка 2 минуты, они говорят. Но чуть-чуть наглее играет White. White уже выходит на третий экспанд. В это время Into Sunlight все-таки занимается тем, что строит новых лингов, дронов, королевок. И пока что он... Innovating Bird. Okay. По-моему, самые нормально организованные КВ это у нас с отечественными ребятами получаются. Ну... По организации относительно. По-разному бывает. Burning Nest появляется уже в Into Sunlight и делается грейд на муфлингом. А также делается муфлингом на Суайта. И появляется Burning Nest чуть-чуть позже. Немножко он отстает, но... Третий экспанд появился у него значительно раньше. Идет сейчас это проверять Into Sunlight. Интересно, как сыграет он на, как, так сказать, максимально подготовленном матчапе, по идее. Ну, я считаю так. Потому что у нас в команде дохера зергов. В чате говорят, что Light далеко не 5600. Ну ладно, начинается самая увлекательная, в кавычках, естественно, часть этой игры в матчапе СВЗ, собачья бега. На третий экспанд бежит здесь Into Sunlight, пытается будет он сейчас выбить Light'у третью базу, сам при этом морфит беллингов, ну и тем же самым отвечает его оппонент. По армии Сапоя у него, конечно, несколько больше лингов. Вот сейчас еще бейлинги рядом, бейлинги уже практически заморфились. Если сейчас удастся в них грызться... О, да, неплохой взрыв. 21 линк уже погиб у Лайта. Ну, это было красиво. Это было неприятно, это было красиво. Пытается дальше у нас здесь Лайт агрессивировать на позиции красного зерга. И с той, с другой стороны уже есть бейлинги. И сейчас... Как обычно, начинается та стадия игры, когда нужно как можно лучше отконтролить бейлингов. От этого сейчас очень много зависит. И здесь три бейлинга взорвалось у Into Sunlight. Забавно, да? Да, неприятно немножко, конечно. Ну, Roach Warren появляется так, у нас у Into Sunlight, кстати. Его нет у его оппонента пока что даже в продакшене. Ну, по рабам впереди французский зерк.
Что-то как-то рановато, по-моему, Into Sunlight перешел в врачей. Опасненько. Ну, я думаю, он пока просто поставил, потому что... Ну, он идет заказ. Еще долго будет, мне кажется. А, он заказал. Ну, хотя там да. Нормально разминировался это дело. 8 врачей уже заказано здесь у Into Sunlight. Здесь Беллинги сейчас не отдать бы хороший сейчас. Хорошо отыграл Into Sunlight, Беллингов разрядил без проблем практически. Но здесь Морфис еще 2. Опасно. Вот этот сейчас взорвется. Какой ужас. Ну зато врачи вышли, с врачами уже не так страшно. Но правда собак очень много. Ну да, Беллинг спас ситуацию. Там у него 5 хитпоинтов, героический Беллинг. 24 собаки сейчас заказывает Into Sunlight. Есть у него поддержка в виде рабов, рингов. И рачей, я начал говорить, извините. Много Ой, сегодня комментировал. Что-то как-то Розовизер как-то это тяжеловато контролит. И походу Into Sunlight решил не как бы не выделываться и идти заканчивать игру, пытаться сейчас с трех баз без добавления каких-то рабов дополнительных, судя по продакшну. Ну да, заказано еще 14 лингов, по рабам 28 на 47, сейчас преимущество экономическое, конечно, за лайтом, но вот если посмотреть график именно армии Supply, то впереди сейчас именно Красный Зерк. Плюс сейчас хорошая позиция занялась здесь рачами, не могут здесь выбить линги и рабы, их и очень много сейчас будет урон нанесено, плюс еще беллинги подходят. Ну как-то так они себе взорвались на самом деле, если честно. Но тем не менее, рабы хорошо, здесь лайт отбили, контролит да. рабами. Ну да. Ну все равно, смотри, у Лайта 41 раб, у Into Sunlight как был 28, так и есть. Пока что не нанес нужного ему урона Красный Зерк. Но сейчас будет попытаться как-то это улучшить ситуацию, особенно когда у него там доделаются 6 беллингов или 5, 6, да, наверное. Так, смотрим, 6, сейчас да. надо отойти так рачами сексуально отойти, так, так, так. Ну, ой-ой-ой, что сейчас может быть? Отлично расплетил, конечно, здесь с рабами, но 15 штук было потеряно. Да, и уже теперь впервые за игру, по-моему, Into Sunlight вперед по рабам выходит. И дотекание собак должно лезть. Просто огромный. Вот 28 собак. 28 собак в заказе. 36, господи, что творит Into Sunlight? Выводятся последние рабы уже вот здесь у Лайта, но я думаю, это ГГ. Здесь уже из этого не описано. Да, скорее всего, должен тут допушить это дело. Единственное, что он неправильно сделал, это не оставил там одного пса там, или двух псов на третий, чтобы ее так аккуратно долго грызть, понял, да? То есть одна собака вот такой драки крупной ничего особо не зарешает, да? А пока эта драка будет происходить, он уже сожрет эту хату, как бы, да? Мои книги загрузите себе, пока счет поправлю. Так, ну что ж, первая игра. Счет 1-0 в пользу HTT. Сейчас мы сделаем так. Топорно, наверное, это будет поверх браузера. Ну, в принципе, это нормально смотрится. Общего счета достаточно будет или для каждого игрока дублировать? Типа 1-0 там тот? Ну, как хочешь. Давайте пока... Я обычно пишу общий счет и в конкретном каждом сете, типа, вот тот-то выиграл, тот-то выиграл, типа так. Так, надо посмотреть. Понимашка, на турнире, когда мы, до того, как я дропнулся, было 29 человек сегодня. При учете, что еще 4000 смотрело ВКС. Поэтому... Если бы не дропнулся и нет, я думаю, человек бы 40 насобрали. Там просто потом все расползлись на ВКС. Так, что там у нас? А они не могут выставить замену, если... Как звук, как там правильно? Не-не-не, так нельзя. Обычно просто мы играем все сеты до того, как пацан не появится. Так, от нас будет Max Zero. Ну что ж, первый игрок из команды Angel Swing
Ой, Angel Wings еще не пришел, к сожалению, но поэтому мы идем сразу на третью карту. Зира против Дасана. В матчапе ПВЗ. Тут зеркалок ТВТ еще должно было быть. Ждем, ребята, обе сейчас, как только создастся, мы продолжим. Не переключайтесь, будет очень интересно, я думаю. У меня ребята уже на стриме привыкли к HTT. Они всей душой вчера болели за Арктура. Да, очень хороший он игр показал. Тяжело ему на сцене, конечно, далась игра, но тем не менее, он молодец. Ну, там вообще, я просто поражаюсь, на самом деле, насколько ему сильно не везет на всяких важных матчах, это просто жесть. Просто то, насколько не везет. Ну, по-всякому. Ему просто вот как вот может не везти, так вот ему не везет. То есть даже мне подробно объяснять неохота. Очень, короче, тяжело это все. А сколько там дней еще ВКС будет идти? Ну, вот два. Так, вроде готово. Нет, завтра, по-моему, еще полуфиналы будут. Они же сейчас подряд все игры идут. Сейчас же идут... Так, 1/8 уже прошли. Сейчас 1/4. И 1/2 вот завтра будет. И матч за третий, и финал. Я так понимаю, так сделается. Угу. Так, ну что, я вроде на экранах. Продолжаем, дорогие друзья. Следующая игра, это, как я уже говорил ранее, Зира против Дасана. ПВЗ на неоновой площади. И у нас получается, что в верхнем левом углу появляется зерк синего цвета из клана Angel Wings с ником Дасана. И его оппонент в этой игре это... Красный процесс команды HTT Макзира. Респаун на 5 часах. Макзира перед КВ все так подтраливал и немножко ныл, что ему одно ПВП попадается, ему не нравится играть зеркалку. Вот ему дали... Повези. Повезло. Ну, видите, то есть иногда все-таки поныть немножко полезно бывает. В скобочках нет. Разведка у нас после пиона от Зира. Будет он застраивать вторую рампу. Интересно, кстати, как он ее застроит. Сегодня просто смотрели турнир, там наглухо закрыли рампу и оставили в клетку проход около завала вот этого. Но это не очень хорошее, мне кажется, дело. Да. Да. Там, на самом деле, немногие знают тему такую, что диагональное пересечение с квадратиком завалов или территории просто ландшафта — это тоже непроходимая конструкция. Так, два дрона Дасана пытаются сейчас прогнать пробку, чтобы поставить по-любому хату. А, нет, он решил... перешел сразу, да, на третье. Да, он решил не выдумывать сразу третье. Ну, сейчас Макзира это дело увидит. Все, как бы, что он хотел, он узнал, что это был газпул, хата. Пилон сразу отменен, естественно. Да, видишь, тоже рампу заварил намертво. И даже Зилд на всякий случай заказал. И второй гейт, ух ты. То есть он сейчас будет так открываться очень агрессивно. По идее, сейчас будет отмена Зилда и заказ двух... Да, Зилд отменен. И будет заказ двух адептов. Дальше уже что-то будет пытаться сделать. Ну вот то, что, собственно, ребят, на турнире сегодня было, также застраивается и Зира, на самом деле. Тоже знаю, глухо почему-то решил закрыть эту рампу, хотя это не очень хорошее решение, потому что в случае чего выйти уже не получится, как бы, с этой стороны, а оббегать ну, это... Ну да, но понимаешь, не многие любят вот этот кубики вот эти по центру, может, ему не нравится. Я вот недавно видел прикольное использование вот этого опинга в двух адептов, трап, на GSL играл прикольно, мне понравилось, там было пилон с батарейками около натурала, зерга, и два адепта подбежали и начали там дурака валять, ну, правда, проиграл он эту игру, но было забавно. И смотри, уже есть Evolution, и уже заваривается дроп Warlord, вот он на мейн будет дропаться, и там, кстати говоря, Макзир уже к этому готов, и морально, и
фактически, так сказать. Да, он, кстати, заварился вообще намертво, он перекрыл проход батарейкой. Да. Решил не выеб... ну, как сказать, не... Рисковать. Не лукавить, да, типа. Ну, как-то странно. Он, типа, у него там еще два адепта заказано. Он, наверное, думает, камешки, наверное, будет ломать. Ну, проблема так, в том, что зерк пошел еще по флангу атаковать, и с дропом сейчас-то он так справится. Макзира готов. Бам. А, что такое было? Типа, наживку кинул, типа как в рыбалке, знаешь. Кинул сначала наживку, потом... Ой, проблема, Досанов делает дроп второй, да. Да, ну там тоже два адепта есть, на самом деле. Ничего такого серьезного не должно произойти. Особенно приучить, что тут рядом батарейки. Дроп на натурал — это самое бесполезное занятие, когда столько батареек есть. И видишь, получается, что Макзиро полностью готов к тому, что ему оппонент предложил. Он, на самом деле, писал нам в Дискорде перед игрой, что он будет играть, ну, а его оппонент в Bailing Bust. Ну вот, и то есть он... Ну, я подумал, что он не будет агрессивно открываться. В связи с этим будет именно пассивничать. Он именно так и сделал. Так, там... еще... А, обман. Стой. Тем временем Роба появляется в заказе у Зира, делается глеф и адептом. На урон на вторую атаку у Зирка в заказе, плюс Bailing Nest и третий экспант уже. Сейчас парабам впереди чуть-чуть Зира. Сейчас собаки будут прощаться Беллингов и дропаться вместе с собаками, я думаю. Вот что нас ждет. Там третья локация Досаны достроилась, но он отстает по рабам от Протоса. Ну, Максир, как бы, эти позиции, которые он удерживает, он как-то планирует дальше удерживать. Ну, вот что он сейчас делать будет с Беллингом, не совсем понятно. И он, походу, будет два бейзить в итоге. Судя по роботиксу, судя по добавлению гитов. Так, один оверлорд, который около натурала готов, он, в нем 4 бейлинга есть. А оверлорд около мейна 2 бейлинга имеет в себе и 2 собаки. Сейчас посмотрим, как он дропнет этих бейнов. Магзир надо реагировать на натурале. Ой, на натурале сейчас реагирует. Да, отлично. Теряет, конечно, немного, да, но... Не критично. Ну, на самом деле, это очень неплохой результат, даже я бы сказал. То есть там 4 бейна взорвались и убили, ну вот пробили 2 адептов почти до смерти. И убили 2 пробки. Так, сейчас будет опять попытка дропнуться на мейн. Капец какая-то. Слушайте, причем там на базе у Зерга ничего толком не происходит. Вот Гидроден появился, конечно, но... Ну, Досана такой игрок, он не особо интересен для зрителя. Так, время, опять дроп на Бейлинг. Отлично сейчас отыгрывает Зира через шифт выделил. Еще баба будет. Ну да, слушайте. Прекрасно отыгрывает здесь Зира. На шаг вперед он от своего оппонента. Ну да. Просто когда с игроком играл много раз и в курсе, что он ничего другого не умеет, как бы тут и думать ничего. Мы на самом деле в свое время с этим Зергом играли очень много КВ, потому что мы с ними были одними из живых команд на ESL лиге, такой уже почившей, как так сказать, лиге. Вот, и мы с ними постоянно играли на этой лиге. И вечно от какого-то хренотени отлетали. Так, смотрим, что будет делать адептами Макзира, но что-то не очень он. А на мейне нечем защититься. На мейне сейчас летит призма. У призмы 4 адепта. На мейне-то только игра лево. Все. И армия сапай-то никакой. Улит 18 лингов, пара гидролисков. Так, тут ну тут, правда, адепты на все на третью да. Адепты высадились и сдохли. Больше они как бы ничего не сделали по факту. Так, надо фокусить все, что может стрелять по воздуху, и варпать. Я думал, он будет такой громадный варп делать на мейне. Ну, то же самое, он забрал 10 рабов, это приличный результат. Он как раз на эти 10 рабов впереди. Так, тут какое-то, по-моему, робо очень плохое. По-моему, тут Immortal не сможет выйти, по-моему, по диагонали он не умеет ходить. Интересно, получится. Вот сейчас проверим. На мой взгляд, по-моему, он не может пройти. Кажется... Так. Ладно, не буду шутить про застройку. Нет, вышел. Фига себе. Про застройку просто, Саша. Текс.
Фаржу добавляет. Возвращается, не стал ее дальше реализовывать. И снова дроп. Что не имеется ему. Такое впечатление, что ему кто-то сказал, типа, вот, через дроп играть круто. Играть через дроп. Так. Ну, он хотя бы их запасет. Это причем тот самый дроп-верлорд из самого начала игры. Тут прикольно, батарейка раздает щиты пробкам, пока что ни одна не была потеряна. Ой-ой-ой, центря, ай-яй-яй, центрю сожрал. Там попытка выйти в лоб небольшая, форсфилды отличные были сейчас одела. Ну, какая там разница в LMR, честно? Я просто первый раз вижу игру Досана, но ощущение, что разница там большая, на самом деле, по LMR. Мне кажется, где-то 500. Так, опять тут дроп адептов на третью. О, еще и под контролем гидролиска забрала. Нет, не забрал, там один выстрел остался. Но я напоминаю просто раб. Тем, что адепты хорошо и с гидролисками дерутся. В чистом поле, так сказать. Да, держится хорошо, но тем временем в шпиле выходит Досана. Призма. Призму тут надо спасать. Загоняют ее в угол. Так, доделается уже грейд на дальность колоссом. На середине грейд на атаку. У зерка, в свою очередь, уже есть плюс один на дальность. На дальней атаке, вернее. И Макзир только сейчас ставит четвертую. А Досана уже ставит... ой, в смысле, Макзир ставит третью. А, нет, слушай, мы проспали. Тут у него уже третья стоит, карманная. Да, нет, я это не прошел, я просто, по-моему, забыл сказать, я увидел. Забыл сказать, еще шпиль появился сейчас у его оппонента. Есть инфестейшн, вот пит, и сейчас будет переход в тир 3. Это вот опасная вещь, шпиль, потому что у Макзира второй робо добавилось, а юниты из роботикса не очень хорошо дерутся с воздушными юнитами зерга. Кстати, нифига себе, через... Рикол возвращает призму домой. Максир, интересно. О, серьезно? У Досана 144 АПМа сейчас среднего. Лол, что-то вообще жесть какая-то. Может быть, как-то с АПМ там намудрили, как-то переделали способ подсчета, потому что у меня что-то, я вот сегодня сыграла пару игр, у меня что-то было 250 АПМ, это невозможно абсолютно. Это мало в смысле? Наоборот, слишком много у меня там. Не знаю, я вчера играл, у меня было 230-240, вот игр 3-4. Ну, это на зерге. Там, когда зергом ты заказываешь эти с личинок, там сразу у тебя мгновенно 1000 АПМ становится. Из-за этого как бы у зергов считается, что повыше будет количество АПМ. Тем временем грейд на армор появляется в заказе также у Протца. В Greater Spire будет, скорее всего, переходить сейчас, наверное, Досана, потому там, что появляется Хайф. Да, делаются караптеры. Очень странно. Он вообще, по-моему, про колоссов не знает. По идее, это он от колоссов построил. Не-не-не, колоссов он робо видел узел, который делал грейд. Он был. С дропа он видел. Ну, по идее, вот то, что есть сейчас у Макзира, по идее, зерк не отобьет никогда в жизни. На мой взгляд. Особенно, когда он так будет мувить караптера, да. Ой-ой, ребят, секунду. Ну, тут аннигиляция гидролистов, он даже их не посплитил нифига. Макзира не парится нифига, не фокусит даже колосс, вот сейчас стал контролить. Идет. Сейчас контролить стал призмой. Ой, господи, что творится сейчас Макзира? Он прячет раненых колоссов в призму. На самом деле, это немного бред, что они помещаются в нее, но тем не менее... Ну это да, очень. Это как торпы, вот эти вот чемоданчики. Если летают, например, тоже бред такой. Но же. Они хоть... Ну, я уже молчу про то, что... Я уже молчу про то, что внутрь Оверлорда влезает ультралиск, блин. Понимаешь? Ультралист, чтобы помещался, это просто вообще ни в какие ворота, на мой взгляд. Он же, блин, просто гигантский. Больше него, по-моему, только этот. Батлкруйзер, по-моему. Ну, он просто же гигантский ультралист. Не, ну я просто к тому, что вот, допустим, когда ты прячешь Тора, там прям анимация, что он как-то такой коробочкой креплется. Ну, это да. А вот у, как, да, в овер влезает и в призму, но это прям, не знаю... Счет, напоминаю, 2-0 сейчас. Первая игра была пропущена из-за того, что не явился пока что оппонент. Кстати, может быть, он все-таки уже явился, что там говорят ребята. Ну, в принципе, то, что они начинают тут прикалываться, ныть и все такое прочее. Можно как бы и взять Тихвин. Ну, что-то... Ну, сейчас спросим, что они ответят для начала. Потому что... Вот.
Так, кто у нас там четвертый-то? Четвертый Холли Ниган и Йоу Фокс. Бич Прис, это же Холли Ниган, насколько я помню. Да-да-да. Так, я не знаю, что это карта. Сколько спама проматывать приходится. Аскеншил ту Айр. А из старого патча тоже играются? Да, это будет последний тур на последнем, на старом мапуле. Следующий тур уже с новыми будет. Оп. Так, скиншот Айр ЛЕ. Так, ну что ж, приветствуем еще раз вновь подключившихся. С вами Док, с вами Десу. И продолжается Кванвар HTT против Angel Wings. Третья игра. И счет пока что 2-0 в пользу HTT. Так, Yellow Fox. Посмотрим, что за раса у него. А, у него вообще ранкет игр нет. Прикольненько. А, зеркон типа. Или нет? Поезда. Что-то, кстати, народу-то поудобрялось. На первой игре было дохренища, вроде, сейчас прям никого нет. Ну, блин, я всех кикаю, вот и пропали. Злой. Как хорошо быть Холли Ниганом. Четыре ника, по-моему, у человека, как минимум, который я еще только видел. Не знаю. Короче, это прикол. Кастер, короче, бампкнул, и пошли ладдер катать. Прикол. Ну, они такие, ну ладно, 3-0, все, пока. То есть я сейчас, ну, у меня было открыто в вкладке их стрим, чтобы там посмотреть этот, чтобы у них, ну, посмотреть их... Задержку, дилей, да, чтобы дилей у них был. Вот, в итоге они такие, а, ладно, хрен с ним. Ну, окей, окей, так окей, 3-0, такой 3-0. Конечно, забавно. Ну, а ладно. Первую засчитали, 3-0 ставить в итоге? Ну, видимо, да. Без скинов, тут разве не пофигу? Ну, лучше удалять все скины. Ну, короче, на самом деле забавно, вот когда в течение большого количества времени вот у нас команда живет и развивается кое-как. Забавно, что раньше, там, 10 миллионов лет назад мы играли там с первым составом Angel Wings, и там то выиграем, то не выиграем. А теперь, короче, их без вариантов 3-0 убивает наш второй состав. Забавно немного. И так вот часто много с кем получается. Или как раньше, играя с сильными командами, мы отлетали 0-3, а теперь там еле-еле нас обыгрывают, или мы даже их обыгрываем, тоже забавно достаточно. Ну, а тем временем у нас начинается третья игра. Еще раз приветствую, кто к нам подключился. 17 человек нас смотрит, показывает у меня счетчик. Да. Неплохой результат только... для ВКС. К сожалению, те, кто... только сейчас присоединился, уже пропустили большую часть. Последняя игра, к вашему вниманию, сейчас будет представлена, потому что по-любому мы уже выиграли тут 3-0, это четвертая игра, она как бы не, никуда ничего... Зачет мне уже не идет, но игроки-то об этом не знают, и они будут стараться на полную. Тем временем у нас в нижнем правом угол. И я надеюсь, да, стараться на полную будет зеленый Терран команды HTT Beach Please, он уже более известный как Холли Ниган или... Justice у него батл так.
нижний правый угол 5 часов. И его оппонент Зерк бледно-розового цвета из Angel Wings. И у нас счет, я так понимаю, 3-0, да, в итоге все-таки мы ставим? Ну, да, так-то 3-0. Ну, хочешь, 2-0 поставь. Вот, а этот, причем, Зерк не так, это, немножко странный. Он, значит, играет за Angel Wings, а на самом деле он в Invasion. То есть, такой вот легионер, так сказать. На самом деле, легионеры запрещены в Альфа-лиге. Но если заранее с админами эту тему перетереть, так сказать, провентилировать вопрос, то все возможно. Ну что ж, Reaper CC, я подозреваю, будет здесь от Peach Priest, там стандарт от Yellow Fox. Ну, я видел, как играет ZVT ТВЗ у нас Холли Ниган, и, в принципе, я на самом деле был доволен. Это очень красивая игра. Видел я на примере с Ghost Hell'ом они играли. Как-то у меня. А, я вспомнил, там был у вас турик какой-то, и там да, как раз вот, в принципе, они разыгрывали первое место. Так понял. Угу. Было дело. Да, Reaper CC у нас здесь. Да. А тут тоже, я так понял, был достаточно... Ну, не максимально макро-стопинг, судя по отсутствию третий. А... Гаспул хата, да? Нет, наверное, хата Гаспул. Что-то я проспал все это дело. По-моему, стандарт. Ладно, в общем... был хата Гаспул, по-моему, если не ошибся. Я просто смотрел. То, что ну да, партии. Да, по сути, по прогрессу хэтчери. А тут, слава богу, Ниган не стал юлить и после Рипера сразу заказывать реактор. Он сначала построил Марика. Так что у него по-любому застроится ЦЦХ, даже если бы собаки к нему побежали, а собаки к нему не побежали. Приезжает Рипер, смотри, тут со всех сторон собаки бегут. Бегут, тут его пытаются. Собака взрывом откинула. Да, неплохо контролит сейчас. Ниган и, собственно, без проблем отбивается. Там овера, возможно, сейчас потеряет его Фокс. Даже невозможно, процентов 100 он его потеряет, если Ниган чуть-чуть его вперед проведет своего Марика. Так, Джулиан проснулся, спрашивает, какой счет и куда кастеры делись. Да, заказан здесь первый стартовый Багелиона. У Нигана делается старпорт. Мы продолжаем развлекать оппонента своим Рипером, у которого уже... Опа, успел. Один килл. Прям, я видел уже анимацию, как дрон начал превращаться в спорку, но все равно не успел это сделать. Да, секунды буквально не хватило. Да-да-да, очень там тоненько было. Ой, тут какой-то КСНК приехал, что это такое вообще? Ну, в общем, что-то немного непонятно, что третий до сих пор не заказан у Yellow Fox. Сделал мув он оверлордом, кстати, достаточно ранее. Но зато сейчас он видит абсолютно все, что происходит на базе оппонента. Понимает, что здесь у него 6 гелионов скоро будет. И, возможно, если арсеналку добавит, то гелитрона не будет кушать. Заказан, кстати, викинг сейчас у Нигана. Ну и, кстати, викинг же догоняет, по-моему, оверов, да? С проблемами, но догоняет. С грейдом на мув. Здесь тем временем стенку сделал Йоу Фокс из двух эволюшенов и Роуч Ворона. Рычатника. Да. И выходит на третий экспанд. Yellow Fox, конечно, есть, но что-то как-то не нашел ее гелионами. Beach Please. И приходится, по-моему, четырьмя этими собаками драться одним Мариком. Поехали гелионы на разбой. По-моему, вот эта стенка с ЦЦХ, она не закрыта. Вот сейчас будет закрыта, да, нормально. Успевает, в общем, закрыться Холли Ниган. Ой-ой-ой, да, тут массивная стеночка. Ничего не сделаешь, только можно пожечь... Третью. Ну, это Арачи уже нет. Подходит. Ну да, максимум он успел бы личинок выжечь, но личинок нет. Вот, кайтон. Надо уезжать домой. Тем временем Симпак появляется в заказе у Терна. Делается грейд на урон от дальней атаки у Зерга. И Лейер появляется в
тир 2 он будет стараться быстро выйти, а там либератор полетел от Нигана. Ну да, судя по всему, будет как-то с рейджерами подпушивать тира на зерк, судя по гриду плюс один и по какому-то количеству врачей. Хотя, может, это и гидра будет, но что-то как-то рановато. Так, ну судя по Беллинг Несту, скорее это гидра. Потому что зачем беллинги для рейвиджеров, если они сами дверь могут вскрыть? Так, либератор тут раскладывается на натурале как-то очень нагло. Да, но он убьет королеву, наверное, если ее не контролит, но ее, конечно, не контролят. Она же не трамвай. Это не та лига, где забивают, на которой вот гиллионы очень пробиты, два. Вот это, наверное, не очень хорошо их сюда отправлять. Ну, такое что. Ну, конечно, хотел бы получше разменять. Но, может, они не все умрут тут. Конечно, много умирает. В районе трех, по-моему, да? Да, два или три гиллиона. Ой-ой-ой, Холли Ниган, что же ты делаешь? Отдает просто гиллионы сейчас на ровном месте. Забыл прокликать. По потерям он уходит вперед. А хотя мог сейчас бы быть в плюсе. Да, ну, больше всего мне не понравился, по-моему, либератор, на самом деле, заюза. Это было вообще. Так, да. И пошел заказ крупный всяких строений у зерга. Тут тебе и гидролифт Дэн, и четвертая хата, и плюс один на собак, и плюс один, ну, мув на беллингов. А Холли Ниган, походу, сейчас придет в пуш, судя по тому, что он бункеры продал. Там, кстати, викинг-убийца уже. Три оверлорда на счету этого викинга. Он себя купил более чем. О, сейчас он еще оверлорда найдет. Нет, не найдет. Там другой ралли-пойнт. Стимпак готов. Щиты. Грейд 1-1 практически также уже готовы у нас у Холли Нигана. Так, ну что тут у Холли Нигана есть. 5 бараков. Пятый достроился только что. Один на Техлабе. 2 с реакторами, и, наверное, сейчас будет еще один на Техлабе, один на реакторе. Подстраивает танки и медеваки, наверное, еще медеваков надо заказать. Вперед выходит Холли Ниган, добавляет еще 2 барака, даже 3, нифига себе тут продакшн готовит. 4-го ловера находит викинг, 5-го, 6-го, господи, если сейчас не увести, тут будет перманентный сапой пол. Не контролит, правда, Ниган. Ну, он просто прокликал, и все как бы. Понятно. Так, ну что-то, блин, ломится вперед. Он тут в районе третий, уже, блин, на крипе ходит. Это всегда опасно так делать. Ну, раскладывается танки, да. Ой, блин, нифига там скриптуморов, конечно. Ну, как хорошо позиционирует свою армию Yellow Fox, конечно. Готов обнимать прям целиком. И смотри, верное решение принимает Холли Ниган, просто ушел домой. Это тоже небольшая победа, потому что когда ты пугаешь зеркало, он со страху забывает заказать рабов. Ой-ой-ой, походу викинг отвалился. Да, отвалился. Смотри, вот за этим викингом полминуты, наверное, 5 киллов. 500 минералов убивал этот викинг. Да, нормальная тема. Так, тут засадил 2 медевака, но что-то они никуда не летят. Стоят на месте с этими авторбернерами. Да, слушайте, как же хорошо тянет крип этот зерк. 9-я минута, полкарты уже, ну, его. Да. Ну ты помнишь, сколько у него квин было в начале? Он же ими стенку закрывал. Да. Хорошо, что он не забыл, что у них энергия копится. Так, и тут забегание от Yellow Fox в район 3, но там огромная стенка, китайская стена. Я думаю, она закрыта. Рейды 2-2. И там 4 марика есть. Грейды 2-2 делаются у зерга, 2-2 делаются у терна и один на армор, на атаку техники. Тут дроп на зелнаги не очень удачно, сейчас успел Ниган залезть в медиваки. Ой-ой-ой-ой. И бам. Один потерял, к сожалению, да. Да, один целиком был потерян. Сенсорка сделалась в очень интересном месте, полезном. Ее и зафокусить сложно, и хорошо она показывает перемещение оппонента поблизости. То ее надо бывает построить так, что вообще бесполезно. Так, и, видимо, понизу будет пытаться теперь Холли Ниган пройти. Так, что там его встретит? А, тут квины вот эти, которые крип тянут. Там тем временем адреналин в продакшене появляется, и очень много лингов заказано. И сейчас сложно будет Холли Ниган, нужно танки раскладывать будет скоро в хорошей позиции. Он под 2-2, кстати говоря, успевает как раз атаковать. У него будет тут сейчас небольшое окошко, когда у него 2-2, а у оппонента 1-1. Ай-яй-яй. Осталось 4 секунды.
С двух сторон сейчас обходит зерк, с трех даже практически сторон. Очень неприятная ситуация. Здесь, правда, беллинги разрядились. И один миллион. Так, хотя там все время у линги грызут, кстати, третью базу. Ой-ой-ой, да, прилично они так грызут. И походу они прогрызут. А нет, тут есть какое-то количество мариков. Прикольно получилось. Так, закрывается окошко, преимущество по гридам. Просто тикают часики. Тик-тик-тик, вон, 8, 7, 6, 5. А вот четвертая база абсолютно беззащитная, и... Ну, там планетарка есть, в принципе, ладно. Теряет базу зерк, и появляется, знаешь что, в заказе появляется грейд на армор слонам. Вот сейчас что делать? Все вот тираны у нас в команде так достаточно нецензурно выражаются про ультралисков, и из-за них не хотят играть био. Надо добавлять Нигану в продакшн мародеров, а у него всего, по-моему, один барак на техлабе. А нет, там есть еще три, так что появятся тут мародеры. С мародерами, конечно, приятней. Ух ты, нифига себе, сейчас, наверное, Ниган удивился, как близко крип к его уже базе тут чистит он. Да, уже крип под базой. Чат топим за хули Нигана, да? За хули Нигана. Приветствуем, ребят, все, кто только к нам подключился. 22 человека. Сейчас идет кванвар HTT против Angel Wings. Счет 2-0 в пользу HTT. Смотри, в этот раз сделал выводы Yellow Fox по прошлому забеганию псов, и в этот раз он добавляет еще и беллинга в это забегание. Но там планетарка, не знаю, как получится. Если среагировать вовремя, конечно, то все это умрет. А планетарку? Бам. Нет, не реагирует практически. А, нет, все-таки я успел. Минус 10 рабов сделал Yellow Fox с этим забеганием. Ну, как бы такое, 72 на 69 в итоге сейчас. Ну да. Ой, что-то я так понял, Холли Ниган простыкал, он не заказал плюс 3 на защиту, у него только плюс 3 на атаку сейчас будет доделываться. Ну, в принципе, точно так же сделал зерк, так что не так страшно. А, там вот только сейчас заказал. Шпиль появляется в заказе, 93-й коготь, и, возможно, будет переход в Greater Spire, либо муталисков, который будет харасить экономику в этот момент. Ну, я не знаю, честно. Сложно сейчас будет, нужно уже заканчивать стараться игру, слишком уже зерк отожрался. Сейчас столкновение сейчас очень неудачное для зерга, просто много лимитов он отдал на муви практически. И вот танки позади помогают нереально. Гасты появляется тут же у нас у Холли Нигана, как он видел. Слонов. Ой, еще в большем размере бейлингов заворачивает Yellow Fox в районе четвертой локации Террана. Так, а тут главное сражение, наверное, игры происходит. Массивный стимпак не успел разложить половину танков, даже, или даже больше, но все равно выиграет там сражение. Так, взрываются бейны. В итоге они не взорвали ничего, кроме 12 рабов. Два слона всего лишь осталось сейчас. Там 12 рабов взорвали. Планетарка горит. Планетарка сейчас будет потеряна, если ее не вычинит. Но Холли Ниган сейчас занят контролем. Ну да, там более важные дела делаются на самом деле. Без сарказма, как сказать. Ну, у него осталось там меньше 80 секунд, чтобы среагировать. Я думаю, так и не среагирует. 50 секунд. Или это быстрее, чем секунда, да, наверное? Уходит хитпоинт, когда да, горит. Да, быстрее. По-моему, быстрее. Там снова столкновение, танки хорошо разложены. И что там? Планетарка! Хэштег да, планетарка живи, ребят. Планетарка все, погибает. Конец. Но зато выигрывает Холли Ниган в драке вот этой. И забирает тоже локацию. Сразу заказал 2 ЦЦ где-то. А, он просто перелетел каким-то ЦЦ? Мэйна, что ли? Или откуда это? А, он просто его построил. Да. Там еще 3 ЦЦ строится сейчас на хайграунде у него. Им делается эволютим. Командный центр. Дело, что как бы вроде как дерется плюс зерк. Ой, терн в основном. А по лимиту впереди зерк. И по боевому в том числе. Ну, по грейдам впереди, кстати, сейчас будет терн. 3-3 на у него, ну, да. 3-2. И вот там забегание на новую базу. Базу даже не успеет спасти, придется отменять, да. Ой-ой-ой, сколько бараков, подождите, у Холли Нигана сейчас на карте? 11. 11 бараков. Да, плюс 3 доделывается у пехотного Террана. А плюс 3 на защиту у зерка только заказан. Можно попытаться как-то реализовать. Там куча уже гастов. Сейчас будет, наверное, пью-пью. Сражение начинается здесь на зеонагах, но эту позицию уже плотно занял Терн. Там Greater Spire появился у зерга. И забегание еще на одну из баз Терна. Она абсолютно беззащитная. Ее, если не успеет поднять, то потеряет гасты, выщелкивает тут моментально слонов. Просто отличные снайпшоты. Здесь продолжает Холли Ниган давить на своего оппонента. И сейчас остался минус. Да. Ой-ой-ой, что-то он слишком
нагло вперед пошел, не подтащил хвост из танков. Видимо, напугался из-за брудлордов. Да, та хата, которая грызлись собаки, она была догрызна. И опять на мою ходит зерк, что за жесть вообще? Топаи там были не подняты, сейчас проблема на еще одной базе. Тут было ей-ей, что ж творится, бедные слоны просто отлетают один за другим. Забавно очень. Осталось, да, 3 брудлорда, 2 гидролиска, все это как бы... Там до заказ, конечно, 24 пса, 5 ультралисков. Так, а что-то тут сгрызают просто собаки вот эти с адреналином, это просто ужас какой-то. В итоге остается без инкама, по-моему, практически Керан. У него вот эта локация только на 12 часах работает, там по факту. Перелетает еще одна локация, в принципе. Вот да, только конечно, там тут... линги, да. Ой-ой-ой, тут теряется на отступлении танки. И идет вперед зерк, по-моему, впервые за всю игру. А, нет, там опять обратно пошел. А, это Либератор, там F2 гейминг просто происходит. Это пришли такие собаки под Либератор и ушли, короче. Все, ну, все ждут, пока Караптор выщелкают. Состав войск у зерга уже сильно изменился. Теперь у него состав армии практически полностью состоит из слонов, Караптеров, брудвордов, ну и пара лингов. То есть... Ну, тут это все хорошо, просто половина лимита реально мусор, потому что гридов ноль на воздух. Просто если прожмет Хулиниган сейчас... пехота, но он, кстати, опять теряет эту локацию. Неудачная эта локация на часе. Лучше бы он поставил бы вот этот, который ближе к центру, да, около самого. Там линги бегут под нескольким базам сразу, там, конечно, есть дотекание, но нужно, наверное, уже идти заканчивать эту игру, иначе он может в мультитаске просто не успеть со своим оппонентом. Да. Ему тяжелее. Пошли стимы. Отбиться. Так, ну, ультралиска, я так понимаю, он разберет, а вот остальное, по-моему, нет. Тут, правда, викингов куча. Я проспал, когда он викингов настроил. И викинги разбирают брудлордов просто насмерть. Есть еще гидролиски. Но, в принципе, уже не успеют, наверное, не выбить. Не брудлорды особо много. Потеряны. Плюс нету аверсиров. А там инвиз и гасты. Ну, правда, сейчас будет до заказ куча всего. Ну, да, правильно делает Терн. Он отступает. Но это был бы ему плюс, если бы у него было бы достаточное количество инкама. А сейчас что-то у него это очень тяжело, по-моему. Он по income advantage очень давно и очень сильно впереди зерк. Так, ну и вот в вкладке production видим мы планы Терна на ближайшее время. Это марики, гасты и танки. То есть танками он планирует выносить всех наземных ультралисков. А гасты и марики будут выстегивать... рудов. Ну, в принципе, вот то, что сейчас у него есть, он может это брать и идти убивать по-хорошему. Там снова забегание. Надо, наверное, сенсоры добавить, чтобы видеть эти забегания бесконечные, которые так мешают Хулинигану. Он тем временем выбивает еще одно хэтчерем. Ой-ой-ой, там просто бессмертные мародеры дерутся с квинами. Жесть. Ой-ой-ой, тут все-таки теряются эти марки. В принципе, их не обязательно было терять. Тут мародеров сгрызают собаки. Собаки с адреналином. Напоминаю вам, это тир 4 юнит нафиг. Маленькие, быстрые и злобные. Ой, неужели опять сожрут? Какой ужас. Да, ну, крип даже, кстати, продолжает тянуть зерк. Сколько там ПМ? 286 в среднем у зерка, 275 у Терана. Ну, это... самая макро-макристая игра, которую, наверное, можно было представить. Я примерно такого исхода ожидал. Напоминает игру с Ghost Hell'ом. Ну тут что-то так бестолково. Этот крип протянут. Как-то очень много криптуморов. Ну, как бы, что, зерк затягивает, но в этот раз уже ему затягивание идет на пользу, потому что по инкаму вперед очень сильно вышел Ферон. Даже то, что он сейчас слил тут какое-то количество пехоты, это даже ему в плюс, я бы сказал, потому что у него лимит просто освобождается. Так, и понизу их, походу, сейчас будет ломиться. Я бы на его месте даже через камни бы пошел. Так, опять забегание на эту хату. Какой ужас. Там, правда, танк издалека стреляет. Мэддемс. Ну, вот что вот ему мешает занять вот эту локацию, которая около его третьей, левее, вот это вот, там, где крип мешает. Крип зачисти и забирай. Ну, мы сейчас это и сделаем. Там еще 2 ЦЦ строится, вот, прилетают... Услышал, наверное, твои слова в глубине души. Не, он летит на 12 часов. Я так понял.
Да, ты не про эту локацию, а ты про которую... Так, пошла драка, тут зеркало поломилось вперед зачем-то, я не понял зачем. Караторы дерутся с викингами, там взорвали очень сильно гастов Беллинги, и тут очень плохая ситуация, в итоге внезапно у Террена происходит. Надо прожимать снайпшоты. Снайпшоты прожимаются, ультралистки. Боевого лимита мало осталось, на самом деле, у Террена. Караптер здесь. Ну, это он все равно тут выиграть должен. Ой, надо залететь же. А, ну или починить, правильно. Бля, опять там собаки закопались на этой локации, которая сверху. Я уже утомился это смотреть. Просто, не удается тебе тут заказать локацию. Ну, смирись с этим, построй в другом месте. Куча локаций. Ой-ой-ой, там гасты идут, бесплатно отдаются. Какой ужас. Опа, невидимые, но там эфсир есть. Аверсира... Да, кстати, там очень мало хитпоинтов было у него. Можно было бы пусть сделать. Блин. Ну вот он точно про протосов мало играл. Потому что у протосов есть такая тема. Взять, зафокусить всех дорогов. Ой, там как больно взрывают бейлинги в тех... почти всех. Караторов тут почти бесплатно могли бы отдать, но не получилось. Увидеть маны маловато. Блин, капец, опять эти собаки там бегают и у всех унижают, это невозможно просто. Ой, ну и драться КСМами с собаками с адреналином, это плохая идея. Но они справляются, просто героические КСМки. Так, а тут еще закапанные собаки, ё-моё, а они опять выкапываются, опять же, вот ё-моё. Это просто... Ну, армия собак сейчас чуть-чуть больше у зерга. По инкам он впереди, даже сильно достаточно. Да. За счет вот этих собак. Спокойно заказ, все добывает, где хочет. Так, тут какие-то караптеры полетели. А, он решил теперь караптерами убить эти локации. Прикольно. Да, кстати, стягивается. Надо турпетки заказывать. Войска Нигана. Да, тут. Там опять собак. Собаки бегут, кстати, наверх опять. И даже вся армия, я бы сказал, наверх идет. А, он тут потерял цеху все-таки как-то сумел. Я не понял, как, правда. Ой-ой-ой, тут. Нифига себе, оказывается, атака эта по земле у караптеров не отменяется, если поднять... здание, офигеть, очень странно. Ой-ой, там бейлинги сейчас взорвутся, ай-яй-яй-яй. Блин, конечно, хорошо в этом плане принимает решение, кого строить зерк, потому что именно бейлинги отлично работают по гастам, большое количество. Там был снайпшот в упор в лицо, просто гидролистка, знаешь, как в кино. Тяжело дается сейчас Холинига на эту игру. Что-то, мне кажется, но он перестроил гастов. Просто гастов перестроил. То есть его оппонент перестал уже строить ультралисков, а он все строит гастов. Ну и вот это вот решение, куда ставить хату, я тоже до сих пор не понял. Ладно. Так, ну все равно у нас, как бы, я так понял, этого пацана нету, так что у нас все равно 3-0. Сейчас пока 2-1 поставлю, но мы решим, походу, там, ребят, ой. Да? Решать. Кто только подключился, не пришел один человек с клана Angel Wings, поэтому счет пока 2-1. Сейчас мы это поправим. Кстати, вот так сделаем. Пока что 2-1 счет. Если вот проснулся. А еще раз приветствую, дорогие друзья, кто к нам только подключился. С вами Док, с вами Десу, менеджер команды HTT. И сейчас был кланвар между HTT и Angel Wings. Счет пока что 2-1. Непонятно, будет ли еще игра. Скорее всего, нет, потому что один из участников не пришел. Нет, формально она будет, но по идее получается тогда счет 3-1 сейчас, а не 2-1, как на экране видите. Вот. Ну и у нас часто проводятся различные кванвары, ивенты, турниры, поэтому если вам нравится, подписывайтесь и пишите еще в Дискорде, если есть возможность, чтобы точно уж следить, не пропускать различные ивенты. Ну что там? Десу. Да. Ну что? Ну как бы да. Ну, я как бы уже ливанул канал. Что тут? То даже если их оппоненты... Ой, если их стримеры ушли, то... Мета уже поставил, там 3-0, так что... 3-0, так 3-0. 3-1 же.
Ну, так четвертая игра не должна была играться, если мы первых трех игроков выиграли, понимаешь? А, все, понял, да. Ну, тогда все получается, заканчиваем. Что... Ну, да. Я подумал, ты как бы уже и закругляешься, всех уже так это все. А, я сижу, общаюсь. 3-0, тогда слушай, вот у нас сейчас на канале 24 человека. Есть ли желание немножко пообщаться по поводу HTT команды сейчас и время, и возможность? А, ну, как хочешь, можно. Тогда, ребят, сейчас у нас будет, наверное, небольшое интервью с менеджером команды HTT. Не переключайтесь. Сейчас, секундочку. Так, все, мы запустились. Ребята из HTT там начинают, конечно, тут же подливать масло в огонь в чате. Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья. С вами Док, и у нас сегодня... По такому случаю я давно хотел пообщаться с Десу. Он же Георгий Архипов, насколько я знаю. Да. Менеджер команды HTT. Ну и вот, собственно, хотел я... спросить у него ряд интересных для меня в первую очередь вопросов, но поскольку я думаю, моим зрителям обычно интересно ровно весь тот контент, который я делаю для себя, то им это будет тоже интересно. Сейчас еще раз проверю настройки. Да, все у нас работает. Ну, собственно, наверное, самый первый вопрос, который бы хотелось задать: почему команда называется именно так? Почему HTT? Именно. Ну, это хороший вопрос, кстати. Мало кто спрашивает. Обычно спрашивают сразу про логотип. Почему так, а не иначе? Это второй хороший вопрос. Да, ну, в общем, у меня изначально была задумка сделать команду, которая так между делом, после каких-то там занятий, основной деятельности, то есть, как в названии команды указано, Хукага те... Time, как бы, да, изначальное название, это из аниме Кион, называлась так группа у девочек. Там оно переводится на русский язык клуб легкой музыки после занятий. То есть ты позанимался там в универе, ты отработал денек и потом занимаешься вот этой вот клубной деятельностью. В том числе и вот я перенес это концепцию на StarCraft, то есть это типа ты занялся основной деятельностью, там сходил в универ, там сдал экзамены, пришел домой, налил себе чайку, запустил StarCraft и фигачишь на КВХе. Вот. Так что в целом вот это так я позиционировал. Ну, а так мне показалась очень хорошая аббревиатура получилась, HTT. Она такая звучная. Ну, немножко, конечно, не прикольно, что пересекается с название вот этой вот команды группы вот этих девочек из аниме, но с другой стороны это даже весело, то есть чтобы найти конкретную информацию про нас, надо немножко постараться, это тоже интересно. Вот, а то некоторые бывают какие-нибудь непонятные названия придумывают, которые тоже как бы уникальные, но по факту оно просто бессвязная хренотень, мне не очень хотелось. Тогда ладно. Попутно вот следующий вопрос, который ты уже предугадал. Почему панца? Ну, понятно, что с Японией, но тем не менее. У нас изначально логотип был немножко другой. Там стояла просто каната с табличкой HTT. Тоже в панцу она стояла. То есть она закрывала свою верхнюю часть тела табличкой. И стояла она в трусах. Вот. А потом один мой друг, который тоже вот помогал с HTT одно время по ленте, он придумал логотип, переделал чисто на панцу. Он нашел картинку, я так обрезал. И очень она, так сказать, зрелищной для меня показалась. И остальным из команды. И поэтому я подумал, что это было бы интересная такая немножко вирусная реклама команды даже с трусами на логотипе, потому что я помню первое время, когда мы только
начали существовать, там все охеревали, типа, о, что это за команда анимешников, что за трусы тут, что это такое, о, и типа вот было в чатах, тогда же было команд намного больше новых, вот, потому что почему-то тогда это больше всех интересовало, чем сейчас, и когда говоришь, что вот HTT, там HTT, все, кто-нибудь точно спросит, о, это что, те, что ли, с трусами на логотипе, ничего себе, ахаха, вот смешно, ахаха. Вот, и мы всегда как бы старались нести рофил в массы, так сказать. Вот. И в этом плане нам логотип очень помогал и помогает. Потому что до сих пор некоторые думают, что за жесть происходит. Жалко, конечно, вот на, в Лейпциге что-то эти... Не знаю, как это назвать. Муфлоны, короче. Триммеры не совладали найти наше лого, хотя у нас там на Ликвипедии страница есть. И все такое прочее. Да, кстати, я сейчас было бы забавно. Там было бы очень забавно, что вот тут трусы на большой сцене тут сделали, там же Арктуру прям растянули на пол экрана. Огромные там были такие вот сзади экраны, которые игроков представляют. Вот, и было бы очень забавно, что-то они там не совладали. Причем, кстати, Арктур даже писал, по-моему, Суну Касури в личку, типа, о, скинь нам лого, тут нужно. Вот. В итоге оказалось, что нужно, но не сильно. Там, получается, не было ни разу проблем с тем, что комьюнити, организаторы турниров, сами Blizzard негативно воспринимали именно вот это изображение. Нет, такого не было. Единственный негатив, который я встречал, ну, со стороны, так сказать, больших боссов Blizzard и там организаторов, у нас был один игрок в команде по втором составе оригинальном. Ну, несколько составов было таких. Сначала один, потом второй, потом там третий. Вот во втором составе актуальном был игрок с ником, который обычно связывают с нацистами, там, с фашистами. То он доктор Геббельс, то он фюрер просто играл с ником. Его, короче, постоянно банили Battle.net, и ему нельзя было играть под этим никнеймом. Он все время это бахал. Ему приходилось переименовываться. Не мог писать в чат в игре, потому что его забанили за это. Ну, за никнейм чисто. Вот. А остальное, как бы, я ничего такого не сталкивался. То есть, ну, это же не открытая порнография и эротика, так что я думаю, все так благосклонно относятся. Да, но тем не менее, просто это несколько такой вот кричащий, необычный логотип, потому что, ну, вспомнить, если обычные логотипы киберспортивных команд, то, как правило, там они более скромно к этому относятся. Так, секунду, спрашивают, реплеи в наш Дискорд будут выложены. Какие именно реплеи? И, собственно, ребята, если есть еще вопросы в чате, то задавайте, я думаю, с удовольствием Десса ответит на них. Так, теперь еще что я хотел спросить. А вообще, получается, когда появилась команда, вот с чего все это началось, как тебе пришла в голову такая мысль, что вот я хочу организовать команду по Старкрафту? Так, в общем, я до HTT в одной команде состоял, какая-то, не помню, как она называлась даже. Это было начало 2013 года, конец 2012. Ну, я тогда особо один на один я не играл. Я вообще в StarCraft в основном играл в 2 на 2. И, ну, там, командники так просто подвесил. Но именно я на 2 на 2 фокусировался в основном. Вот. И потом я увидел анонс на каком-то сайте, что будет вот российская Team Лига. Тогда было очень как-то глухо по командным лигам. Мне что-то показалось интересная идея взять поучаствовать. Первая российская StarCraft 2 лига, RSTL, то есть первый сезон. Вот. Я тогда тусил на сайте SK2TV. У меня там был конфочка с анимешниками. Мы с ними обсуждали всякие события, в том числе и StarCraft. Я бы такой предложил, слушайте, пацаны, давайте сыграем, сделаем команду, вот 4-5 человек соберем, пойдем потеть. Вот. В итоге собрали. Я причем помню, чтобы зарегаться, там бабки надо было платить, соответственно. Я, короче, задонатил бабки, которые на каком-то турнире выиграл давным-давно еще. По-моему, конец 2012 года я какой-то турнир выиграл. Определенный. Вот. И мы играли вот этот первый сезон RSTL, и самое забавное, что
прям, по-моему, после первых двух матчей, прям я, по-моему, полностью состав в итоге пришлось менять. Я так, там все что-то разбежались, там лето началось. Обычно лето — это мертвый сезон, все там у бабушки картошку копают там или что-нибудь такое. В общем, не очень киберспортивно обычно. Вот, и мне пришлось там народу куча другого набирать. Ну, как бы бабки-то уплочены, надо играть дальше. Вот, ну и вот как бы так. То есть, по факту, собрал я команду чисто на RSTL поиграть в первом сезоне. А дальше как бы пошло-поехало. Вот, мне показалось, что это достаточно интересно, команды участвовать. Плюс у нас получалось так, что мы сидим вот в конференции и обсуждаем там события, стримы все вместе говорим. Вот вчера, когда Артур играл, мы сидели в Дискорде, обсуждали лайв, как он там потеет жестко, и как там Blue Cheese играл, как No Limit и Elite играл, тоже обсуждали. Достаточно интересно. Вот, то есть мне, в принципе, этот образ, так сказать, существования понравился. То есть сидишь, у тебя какой-то комьюнити есть конкретное, ты играешь на кланварах, выступаешь, то есть происходит какой-то соревновательный элемент, плюс обсуждение всяких ивентов. Вот, вот так вот. Так, у меня тут в чате команды тоже вопросы задают, ну, немножко тролльный, но я отвечу вслух. Да, попроси меня вопрос, пожалуйста. Да. Меня спрашивает Макзира: Empire Zerg или Magic? Вот. Я ему ответил, что лучше Pomi выбрать. Ну, вот что... Empire Zerg, что Magic, я как бы никогда в жизни не смотрел особо, потому что мне они не очень нравятся. И вообще мне обычно больше всего нравятся именно оригинальные англоязычные стримы. Но раньше я смотрел в основном Алекса, это давно было, как раз 12-й год. А потом что-то я подумал, что я же английский более-менее знаю, буду смотреть оригинал. И как бы оригинал там намного смешнее, там эти... Особенно Артосис, Тестлес, как они там GSL обзвучат, это жесть, они там мемы такие корят. Очень, намного веселее, то есть там именно мне нравится в западных стримерах, кастерах, то, что у них именно элемент энтертейна более развит, чем у наших СНГшников. У нас бывает либо тупо, ну, в лучшем случае это когда комментатор просто говорит, что происходит на экране. Это самый лучший вариант, который у нас есть в СНГ. Это я. Потом второе по крутости, это когда комментатор еще и дополняет своими какими-то мыслями, и они оказываются верными. То есть какой-то положительный анализ. А самое худшее, это когда кто-то пытается что-то анализировать, но у него ничего не получается, и он там ошибается. Ну и четвертый левел — это минутка ФПшечки. Вот. Но все равно смешно. Вот, например, почему я ответил, что из Empire Zerg и Magic выбираю Pomi, потому что у него хотя бы какие-то свои словечки, какие-то там приколюхи свои собственные есть. То есть самобытно он стримит, когда фокусируется на игре, когда, конечно, он там минутку ФПшечки делает. Конечно, не очень весело. Вот. А так, в цели... В целом, вот из всех я обычно выбираю Pomi, если он есть. Плюс мне нравится, что когда... идут несколько стримов одновременно, много разных игроков играют. Pomi же у нас пират, он сидит на ГГ и стримит, что хочет, кого хочет рестримить, кого не хочет рестримить. И он получается, что игра кончилась, он хоп, взял, переключился на другой стрим. Без ожиданий никаких. Просто я сам был офкастером много раз разных ивентов, и самое дебильное, при этом ты сидишь, 20 минут ждешь, пока следующая игра начнется. Это просто мука. Вот, а когда ты пират, сидишь, одного рестримишь, взял, переключился, другого рестримишь. Очень удобно в этом плане. Да, для комментатора важно, на самом деле, вот заполнить эти паузы, причем, чтобы угу. было интересно, и народ не разбегался. Это действительно показывает уже некий уровень кастера. Да, и все, вот... обычно, угу. все обычно разбегаются просто как раз, когда пауза, потому что, типа, ничего не происходит, ну все, я пойду другого стримера смотреть, у которого игра есть, понимаешь? Угу. И все, получается какая-то утечка кадров. Вот тут Максир меня скорректировал, что четвертый левел — это прогулка с Чарликом. У него такая, но это уже пятый, наверное, левел. Четвертый левел — это минутка ФПшки. Да. Так, вот, собственно, еще хотел сказать сейчас по поводу рестримов. Насколько я знаю, негативно вот к этому относятся вот организаторы мероприятий. Они все-таки за то, чтобы стримеры, как это правильно сказать, бы официально вносили себя в списки и так далее. То есть это за это банят. Ну да, конечно. Не, многие, по-моему, ну ряд организаторов себе испортили, скажем так, карьеру, наверное, тем, что рестримили.
случае, я считаю, что если какой-то популярный комментатор, если он был пиратом или есть пират, он скажет организатору: все, я больше не хочу пиратить, давайте мне официальный статус, ему вряд ли откажут, потому что на самом деле таких энтузиастов в СНГ, да и во всем мире не особо много, на мой взгляд. То есть даже в СНГ у нас, получается, стримят турниры прям нон-стоп, по факту только Поми, Син-Син, ну и вот, ну, Алекс, естественно. А остальные как бы так, набегами, когда свободное время есть, на мой взгляд. То есть даже тот же Медоед, он то стримит, то не стримит. Но он, кстати, молодец, на мой взгляд. Он как бы так неоднозначная личность, конечно, но то, что он интересует людей, то, что он харизматичен, это от него не отобрать. Собирает очень много людей и достаточно качественную картинку выдает. Вот, так что в этом плане хорошо немножко стало у нас. В СНГ раньше, конечно, было как-то более тускло без Медоеда. Он вот разбавил очень существенно СНГ рынок стримеров, так сказать. Ну вот как раз вы начали говорить о том, что появляются то новые люди, то что-то улучшается, что-то становится хуже. То есть, по сути, комьюнити Старкрафта в СНГ, оно сейчас все-таки больше прогрессирует, чем регрессирует или в стагнации находится в последнее время. Как вот ты считаешь? Именно со стороны закулисья, вот можно если так выразиться. Ну, я бы сказал, что да, скорее развивается. И именно не количественно, а именно качественно, на мой взгляд, потому что раньше посмотришь, там каждый первый комментатор стримил там без всяких приколюх, без всяких примочек, там даже интерфейсы не меняли, сейчас тут капец, куда ни ткни, там один какой-то супер интерфейс, там настроенный стрим, все красиво, 1080, 60 FPS у всех, пытаются, стараются как-то стримить интересно, проводят какие-то движухи все в основном. Вот. А именно чтобы взял человек какой-то, отвалился, вот я на самом деле не припомню, чтобы таких, которые более-менее известны были, кто вот прекратил стримить. Ну, я, конечно, мало за СНГ слежу, именно в плане авторских стримов, но, по-моему, как были те самые люди, все так и есть. То есть только там FPS-стримеры отваливаются постепенно, потому что у них real life начинается, ну, типа как Spellsinger одно время стримил, сейчас вот он уже не стримит. Всякие другие полупро-про бывшие. Ну, это как бы нормально, что типа вот время кончается у людей, когда им есть время поиграть в StarCraft. А в основном именно вот комментаторы и такие вот не стримеры, не игроки, они, мне кажется, более качественно начинают стримить. А вот сейчас задумался, а были ли мысли еще охватить ряд игр, именно HTT, чтобы выйти на новый уровень киберспортивно не только по StarCraft'у, но там, не знаю, еще в ряде дисциплин, которые популярны сейчас, ну или набирают популярность? А, типа состав по другим играм скрывать? Да. А, ну, тут как бы непонятный вопрос, он как бы не ко мне, потому что, ну, если кто-то хочет играть в другую игру из нашей чуваков, которые у нас в команде состоят, то как бы играйте без проблем под тегом. Просто я этим заниматься не буду, мне это не интересно. Мне вообще ни одна игра мультиплеерная, кроме StarCraft'а второго, вообще не интересна. То есть я там могу зайти на бесплатный викенд в Overwatch, но это не значит, что мне будет интересно заниматься командой по Overwatch. Или там, ну, Brood War тоже мне вот не очень интересно. Ну, как бы я могу иногда поиграть, но именно чтобы сидеть и заниматься, мне это не очень интересно. Ну, вот, то есть я имею в виду, что вот StarCraft — это не просто приоритет, это вот, можно сказать, такое это жизненное направление, образ жизни даже. Ну, монокласс как бы, да. Ну, да, про жизненное направление тоже ты правильно выразился. Я, например, когда себе завтрак готовлю, я обязательно сначала ставлю чайник, потом разогреваю сковороду, потом начинаю доставать еду, и у меня, то есть, получается, ни одной секунды свободной нету, и у меня так билд-ордер создавания завтрака есть конкретный, чтобы все секунды тратились ровно. То есть, когда закипает чайник, я уже могу яйца разбивать, яичницу и заваривать чай. Когда я завариваю чай, я уже могу там бутерброды нарезать, грубо говоря, там, или еще что-то там, кашу достать из мультиварки. То есть, чик-чик-чик-чик, так. И в итоге получается все быстрее и быстрее, и меньше времени на это тратится. Это чисто как
StarCraft, когда ты там пытаешься дарков варпануть на 340, на 3330, там пишешь. Там в чате говорят, завтра по билдордеру. Ребят, записывайте билд. Да, вот просто вот запомните, как вы все делаете, и потом чисто получается головой самой додумать, что-то можно подвинуть, передвинуть, и получится быстрее в следующий раз. Типа, ну вот это как самый простой пример, когда зимой собрался куда-то поехать на тачке, ты выходишь, сначала ее запустил, и пока она греется, ты берешь, очищаешь машину от снега. То есть нет смысла же сначала очистить от снега, а потом ее включить. Пока ее очистишь, она уже будет чистенькая и тепленькая. Вот, то есть логично. На самом деле я ни разу не задумывался о том, что ряд моих последовательных действий можно назвать билд-ордером. На самом деле это забавная мысль. Ну, по факту так и есть. Ну, в принципе, в какой-то степени да. А вот еще, собственно, кстати, наверное, с этого надо было начать. Ну, как-то так сумбурно получилось. Я хотел сейчас спросить вообще о себе. Можешь, если нет особо там секретов каких-то, рассказать что-либо? Ну, в целом, увлечения там, допустим, хобби, может быть, кроме StarCraft'а. Ну да, я обычно не люблю никого перегружать лишней информацией. В целом, все, что обо мне нужно знать, то, что мне 26, я живу в Москве, занимаюсь... Работаю в сфере строительства, экспертная оценка всяких зданий, сооружений, в том числе квартир. Вот. А из хобби у меня, ну, StarCraft, потом мне нравится музыку слушать качественно, с хороших источников, так сказать. Именно в основном японскую, вот, которую... Некоммерческая музыка, что называется... Хобби называется доджин. Музыка это типа, как у нас барды, типа, если сказать. То есть они типа для себя поют, вот у меня душа поет. А вот японцы, они вот электронную музыку пишут в таком виде. Очень мне нравится, как они качественно это делают. И еще у меня... ну я смотрю аниме часто достаточно. Ну когда что-нибудь интересное выходит. У меня как бы уже достаточно много просмотров. Поэтому мне все подряд не интересно смотреть, и подряд прям сесть, там, 3 часа подряд смотреть, это тяжко мне достаточно. Вот, и у меня еще увлечение, мне нравятся спортивные, и я, так сказать, занимаюсь или пытаюсь заниматься в дисциплине дрифт в автомобильном спорте. Так, все, в принципе, наверное, все, что интересно про меня узнать, я думаю, больше нечего мне рассказать. Ну вот часто ты упоминаешь, что тебе нравится японская культура, аниме, музыка и многое другое. Вот ты когда-нибудь был в Японии или были ли мысли, допустим, посетить Японию? Ну, не, на самом деле не был. В принципе, мне там особо нечем заняться, на самом деле. Мне как бы не то, что как бы нравится... сама как бы культура, мне нравятся некоторые особенности, некоторые решения, те же самые инженерные решения, там какие-то продукты японские, а вот именно чтобы прям кайфовать от полностью всей страны, как бы мне не очень интересно. Я туда бы съездил, если бы выучил японский, потому что не кажется мне, что не очень интересно без знания языка туда ехать. Я бы там сходил бы в клубешник, потусовался под музончик, вот как раз в клуб, где крутят вот эту музыку. Потом я бы, наверное, чисто пошатался по Токио, посмотрел, что как. И на какой-нибудь этот ивент дрифта съездил. Там у них есть одна легендарная трасса дрифтовая. То есть автоспорт это уже. Я бы туда вот съездил бы именно покататься на машине арендованной. А именно вот, чтобы прям переезжать в Японию как-то, не знаю. Ну, это, конечно, тоже было бы интересно. По сравнению с Россией там намного, конечно, поприкольней. Но тоже там свои, мне кажется, минусы будут какие-нибудь. Типа вот, например, у нас как бы до сих пор хочешь пирать, хочешь не пирать, там тебе никто ничего не сделает по факту. Там, мне кажется, это строго. Ну, то есть там куча своих минусов. Все как бы у нас в России думают, блин, как у нас херово, как у нас плохо. А по факту у всех стран как бы свои плюсы, свои минусы, везде своя специфика. То, к чему мы тут привыкли, на самом деле в других странах по-другому совсем. И там волосы дыбом станут от их там... обычаев, да? Обычаев, да-да-да. То есть
мне кажется, русскому человеку вообще тяжело в какой-то другой стране жить, и если ты как бы в России живешь и как бы в ВУЗ не дуешь, то есть. Вот, то есть, как бы именно переезжать в Японию, как бы я попробовал, но скептически отношусь к этому. Ну и съездить я бы съездил, но тоже не, без особого энтузиазма. Вот. Ну, на самом деле, я бы хотел бы выучить язык, иногда помогает, когда, ну, особенно с музыкой, когда раскладываешь, там, чтобы сразу прочитать, что за трек, а то непонятно. Ну, как бы не так сложно его выучить, на самом деле, это же не такой сложный язык, как русский. Он же проще английского считается. Ты не боишься разочароваться, потому что, вот, допустим, когда плохо знаешь английский, потом его выучишь, слушаешь английскую, ну, музыку на английском языке, и когда начинаешь понимать тексты, и начинаешь иногда расстраиваться. А, да, у меня есть такое, как бы, переживание, так сказать, и опасение, что потом, когда будешь слушать японские музыки, то, музыку, там будет какая-нибудь хрень, типа, как у клауд-рэперов современности, какая-то дикая какая-то текста. Но у меня, как бы, прошлое мне в школе я и раньше, ну и начало вуза, то есть года нулевые где-то, я слушал больше хип-хоп в основном. Поэтому мне именно на значение слов мне давно пофиг, потому что я в основном ритмику такую оцениваю в треке. Так что я вообще могу отключить часть мозга, которая отвечает за воспринимание текста смысловую, и просто сидеть кайфовать от ритма, от самой музыкальной составляющей. То есть я могу на каком-то уровне отключить воспринимание именно слов как смысловой нагрузки, тупо как бы оставить только звуковую часть от них. То есть в этом плане как бы я понимаю, что если я сосредоточусь, такой, блин, ну ё-моё, и мне нравилась эта песня, а там она, там, грубо говоря, соль нюхает в течение там 3 часов, и ей там плохо оказывается. Или что там еще может, там хлеб убирает, там еще чего-нибудь. То есть какая-то дичь невеселая. Ну, я, конечно, могу от этого расстроиться, но я потом подумаю, ну и ладно, зато прикольно, как бы, понимаешь? Саша спрашивает, когда же игроки HTT заберут топ-3 мейджор-турнира? Когда начнут делать как, так, как я им говорю. А то никто меня не слушает. Вот. Вот, кстати, по команде. Я так понимаю, большинство, если не все члены команды, любят как раз тоже аниме, японскую культуру и так далее. И вот получается, какая атмосфера вот внутри клана существует? Ну, то есть дружелюбно, как ребята там ладят друг с другом в целом? Ну, как бы да, у нас нет такого, что вот ты плохой, я хороший. Обычно цель все преследуют приятно провести время, когда заходят в конфу, а не там за кого-нибудь затроллить или за чей-то счет самоутвердиться. Обычно так. Но когда, если кто-то начинает вести себя не так, как мы привыкли, что ведут там, например, там человек ГГ не написал после игры, или там начал какую-то еще там дичь делать там, или типа, вот, да хер с ним, с вашим КВ, я там проспал, все. Идите нахер, чего вы ко мне пристали? Как бы, к нему может начаться это гонение на него, потому что, типа, ну, блин, мы тут играем, мы тут спокойно себя ведем, ты это давай по воспитанней. Вот, то есть такая воспитательная часть начинает работать. Если, как бы, человек продолжает заниматься тем, что не нравится, как бы, основной части команды, то постепенно человек, конечно, будет разворачиваться ногами к выходу. Иногда и лёжа, так сказать, вперед ногами. Ну, так что. А вот тоже вопрос интересный, на самом деле. Спросить у меня хотелось у вас, сейчас, кстати, в чате спрашивают сначала. Каково вообще быть менеджером HTT? Спрашивает Звыкут Вася. Ну, раньше было очень тяжело, когда особенно в скайпе мы торчали. А сейчас как бы, ну, на самом деле, я очень ленивый человек, поэтому я стараюсь делать так, чтобы все само работало. Ну и плюс я один раз подумал, там я много раз видел, что команды где-то хоп, развалились, были неплохие. Но одно дело, когда команды
разваливаются, когда у них финансирование кончается, это понятно. А бывает, что человек просто пропал, который занимался командой, и все, команда развалилась без него. Вот я думаю, ну, ё-моё, я вот потратил столько миллионов времени, чтобы команда работала, а она возьмет, я пропаду куда-нибудь там, и все, она развалится. Я думаю, блин, обидно, короче. Ну, в общем, были мотивации у меня. Я взял, как бы, во-первых, у меня есть помощники мои, которые мне очень помогают. И, во-вторых, у меня как бы так сделано в организации команды так, что любой человек, который там стоит в определенном составе, в первом или втором, он как бы может собственноручно добыть информацию очень легко, там, в один или два клика, когда там какие ивенты, когда там что происходит. То есть для основного состава у меня есть Google Docs, где календарь всех мероприятий будущего. То есть там открываешь просто его или не закрываешь никогда вкладку, это ты всегда знаешь, вот тогда-то это будет КВ, на такой-то канал заходить, все. Вот, соответственно, менеджеры тоже имеют доступ ко всей информации очень быстро. Есть там анкетные данные собранные, чтобы альтернативно договариваться с игроками о том, когда они могут играть там. Дополнительно, то есть Skype, там, ВКонтакте, e-mail, там, телефон даже, если оставляют, звонить можно, узнать, что как. Вот, поэтому, как бы, если я возьму, пропаду внезапно, как бы, по идее, все оно разрулится само, но, как бы, я понимаю, что все равно придется, ну, тяжело придется, поэтому, как бы, мы разделяем обязанности. То есть, вот, я за все на свете отвечаю, но понемножку. Вот, то есть, я, как бы, последняя инстанция принятия решений в основном, но по факту, когда я могу, я тогда что-то делаю. Когда не могу, занимаются остальные. То есть вот у нас есть Цуна Касури, это мой как бы прямой заместитель, то есть второй человек в HTT после меня по факту. Вот у нее тоже вот везде все явки и пароли. Ну, соответственно, у нас у всех есть все данные, которые нужны у всех менеджеров. Потом есть Мета, он занимается вторым составом в основном. Вот. И Никулар у нас на позиции капитана команды, который как бы вот я там не могу сегодня, ты давай сделай. Он как бы если что подменит, все такое прочее. Ну, а в основном, конечно, как игрок у нас в команде. Ну, то есть бывает такое, что вот игры проходят, и полезно иметь игрока, который в то же время и менеджером может быть. Там бывают специфические ситуации, когда именно вот такие люди очень полезны в этом плане. Вот, у них есть своя информация, которую никто не может располагать, кроме них. Даже я, то есть свое понимание состояния и все, ну, того, что сейчас происходит, у них свое видение конкретное. Вот, они могут его воспользоваться и принять более верное решение, чем даже я. Вот. И, соответственно, у нас еще есть Ами, это ну, самый новый из управляющей верхушки, так сказать, HTT. Он у нас стример, менеджер по второму составу тоже помогает, и тоже в целом остальном он тоже помогает. Вот. В принципе, конечно, не особо много, я бы хотел еще, чтобы кто-то нам помогал, особенно по там социалкам всяким, то есть полезно, когда у команды сильно развиты социальные всякие сервисы, типа ВКонтакте, Твиттера, Фейсбука, того же самого. Вот, там, отписываться туда, там, новости всякие, как там, что происходит. Вот, например, вот на Лейпциг, когда был очень классно, Цуна Касури там в режиме лайва прям отписывала, какие прикольные там свершения произвели наши игроки, там, на каком стриме можно посмотреть, на какого нашего игрока результаты и все такое прочее. Вот очень это полезно бывает. Потому что как раз для этого как бы фанатам и нужны соцсети их обожаемых или там интересующих их команд, там, коллективов или вообще артистов. Вот. Это прикольно. Вот. Ну и в целом пока вот так вот у нас все устроено. То есть получается я себя вот ощущаю как так сказать, глава семьи. Тут сижу в главе стола, такой у меня слева рука, справа рука. Я сижу и смотрю, и все само происходит как бы зачастую. Вот это вот достаточно прикольно. Что ну, приятно, когда не одному тебе что-то вот. И как бы я стараюсь это воспитать.
Ну, ты сейчас просто затронул речь про связи с комьюнити, грубо говоря, с тем, чтобы осветить деятельность HTT там, в том или ином месте, сайте и так далее. Ну и, собственно, мне кажется, после ВКС сейчас HTT, мне кажется, станет намного больше на слуху, потому что Арктур, ну, навел там, можно сказать, шуму. Мне кажется, там много людей болело за Арктура вчера. Я, конечно, не могу ошибаться, но, по-моему, Арктур, в принципе, настолько же и известен был и раньше. Он уже доходил до высоких стадий до этого. Ну, может, в этот раз еще более популярно в этом плане будет. Но я не знаю просто, какие из этого плюсы команда получит. Не думаю, что прям сейчас я вот зайду в ВКонтакте в группу и увижу, там начинает миллион человек добавляться. Я вот даже для интереса зайду сейчас. Статистика сообщества. Так, охват аудитории. 27 января 297 человек. Ух ты, слушай, реально, 21 января 86 человек зашло. Прикольно. Ну, вот реально тут зашел. Вот это прикол. Да, реально, то есть вчера, 23 января 69 человек зашло. Прикольно. Ну, вот, собственно, то, что я говорил, мне кажется, после ВКС команда станет еще более на слуху. В чате спрашивают, сколько в день тратит человек на игру в среднем для достижения высоких результатов в игре? Ну, смотря что подразумевать под высокими результатами в игре. Что именно нужно? Какая планка, какая цель? Ну, то есть, я считаю, что чтобы прогрессировать, как бы, именно по ну, ламинарно, то есть без каких-то провалов, каких-то остановок в развитии. То есть просто равномерно развиваться как человек, нужно играть... Ой, не как человек, как игрок. Нужно играть где-то 100 игр минимум в неделю, я считаю. То есть это число, которое, с которой надо отталкиваться, считать минимум. Вот. Ну и если уж ты попадаешь в ситуацию, когда ничего не получается, надо именно инактив взять, я считаю, что надо хотя бы раз в 2-3 дня там несколько игр сыграть обязательно. Тогда не сильно так растеряешь форму. А если надолго забрасывать StarCraft, то лучше как бы вообще не уделять ему времени, потому что все равно потом придется заново все учить. Потому что мета двигается, двигается само... приемчики всякие развиваются по-новому и все такое прочее. Ну, проще всего, когда ты инактивишь, хотя бы уделять время смотреть турниры, что происходит. Вот. Ну, а в целом, я считаю, еще важно очень только на ладдере сидеть, а играть кастомки, чтобы конкретные вещи оттренировать. То есть, ты вот, например, я не умею фотонки отбивать, или там я не умею, не понимаю, что делать после того, как зерк играет 12 пул, открывается. Вот. Открывался он 12 пул, пришел, ничего не выиграл, то есть игру не закончил им, а что делать дальше, я вот не понимаю. То есть он прожимает там рабов и так далее. Или там против тернов, например, вот я не понимаю, что делать против дабл-дропа там, типа, вот. И ты конкретно своему другу говоришь, вот, сыграй эту страту, я вот не понимаю, как ее отбивать нормально, давай мы ее затестим, чтобы я понимал, что мне надо делать. Скажешь там, что мне непонятно. Вот. И еще играть, соответственно, на турнирах, чтобы было, чувствовалась какая-то ответственность. То есть не просто ты сидишь там вот эти вот ММР туда-сюда перегоняешь, никому ничего не значит. По факту ММР это никому не нужно. Только у тебя там, у одноклассников это важно. То есть какой, сколько у тебя ММР. Вот. Ну и плюс репки надо по-хорошему смотреть. На самом деле даже самые про иногда бывает смотрят репки. Не надо думать, что вот ты алашок не понял, почему проиграл. Это, блин, нормально. Ты можешь увидеть все там ошибки такие, о которых ты даже не подумал. Ну, вот, так что я считаю, играть надо минимум 100 игр в неделю. При этом смотреть по возможности лучше все реплеи. Ну, особенно если там было непонятно. Ну, то есть бывает, что вот там у тебя Зил там не стоял в стенке, у тебя пробежало 100 тысяч миллионов собак на натурал. Конечно, нет смысла пересматривать эту репку. Просто ты там сейчас букву H нажмешь.
Вот. А когда там более менее макро игра или что-то непонятно происходит, вот это да, полезно. Вот. Ну и плюс, соответственно, я могу вам посоветовать не играть всякие страты убогие, которые вас ничему не научат. Типа там каких-то один бейс, там два бейс, какой-то all-in. То есть именно такие игры, которые нацелены на то, чтобы закончить игру за первые 10 минут или быстрее. То есть лучше все-таки делать так, открываться, играть и использовать стратегии такие, которые нацелены на победу на более высоких лимитов, с большим количеством разных юнитов используемых. Потому что это как бы развивает как игрока. А именно взять, задрочить какую-то одну стратегию, типа фотонок, или там дроп лингов, или бейлинг баст. Вот мы сегодня вот смотрели Досана, какой-то просто одноклеточный зерк. Это вот, то есть он сидит, там, не знаю, сколько у него, 5000 ММР, и он просто вот ни о чем. Просто вот мы смотрели с тобой, ничего интересного не было. Просто думаем, блин, ну когда он перестанет? Когда ты это начнешь играть нормально? То есть грубо говоря, нужно учиться играть в макро все-таки в первую очередь. Ну да, я считаю, что только так можно как бы это делать интересно. Вот некоторым как бы нравится смотреть, когда кто-то чизит там, что такое прочее, но это как бы, на мой взгляд, надоедает когда-то. Я считаю, с точки зрения зрителя, всегда интересно смотреть макро-игры, крупные такие, ну, на лимитах 150 где-то, вот. Пример тогда начинается уже интересно. Вот. То есть это вот как сегодня вот был Холли Ниган у нас играл, вот у него игра была достаточно интересная. В том плане, что она была ровная. Остальные все игры, они были выиграны, по-моему, первые несколько минут. Еще я не помню, что у нас первый... А, ЗВЗ. Ну, ЗВЗ там, ладно. Хрен знает, что там было. А вот именно вот с Макзира сет был не очень интересный для зрителя, на мой взгляд, потому что Досана просто играл то, к чему был готов Макзир. Он просто сказал ему: «Эй, братак, тебя не прокатит меня так это проткнуть. Не получится у тебя. Я знаю, как это отбивать». И все, как бы. То есть мы все ждали, когда Досана ГГ напишет и выйдет, то есть по факту. Вот. А именно интриги не было особо. Мне кажется, Зира сейчас там в восторге. Так что я считаю, что если ты хочешь именно научиться играть, то тебе надо играть то, что тебе сложно, понимаешь? То есть если ты играешь легкие вещи, которые тебе легко приносят победу, ты по факту научишься только легко побеждать. А это как бы, во-первых, неинтересно, а во-вторых, когда-то человек найдется, который эту тему законтрит, и ты подумаешь: блин, я 3000 начизил, 3000 игр начизил, а у меня все умеют отбивать часы, что мне делать? Я ничего больше не умею. Все получится, стагнация и деградация. Что там дальше по списку? Регресс. Да, да, разложение, тлен. Так, еще в чате спрашивали, не боитесь ли вы, что Арктура может сманить другая команда с постоянной ЗП? Ну, на самом деле, такого же, как бы у нас в команде было, что у нас люди уходят в профессиональные... организация. Я не считаю, что это что-то плохое. Ну, конечно, у нас наши результаты на кланварах, конечно, будут намного хуже, если у нас там возьмут No Limit, Arctur и Айлит возьмут и уйдут там в Invasion, например, да? Ну, все-таки я считаю, что в первую очередь, если такое произойдет, это главная ошибка меня как менеджера, потому что я как бы не смог найти там, сделать условия для них, которые их больше им нравится, чем вот в другой команде. То есть, если люди уходят от тебя, значит, ты им как-то не устраиваешь по сравнению с остальными. Вот, ну, то есть, это нет никакой-то там обиды. Я просто их спрошу, типа, вот, в связи с чем ты решил, что у них будет лучше, чем у нас? Они мне скажут: вот, они мне будут платить 10 рублей за карту. Я скажу: о, все, понятно, там серьезный бизнес, все, я понял, удачи, братан. Заработай первый миллион, тогда мне вышлешь открытку. Вот, а по факту получается то, что я даже буду за них рад, потому что, ну, люди развиваются и становятся профессиональными в игре. Я вот, когда человек уходит в профессиональную команду из нашей, я считаю, что вот помогли даже в чем-то ему прийти к этому результату. У нас вот за историю ШТТ было две такие ситуации, когда из нашей команды уходили в профессиональную. Один раз, значит, Матвей у нас уходил в Каскад, но в итоге что-то там
не срослось как-то. Не помню, там, чем закончилось. В итоге он обратно к нам вернулся. А второй раз был у нас был игрок Зерк Лост. Он уходил от нас в Empire, когда они еще живые были. Вот, в итоге Empire развалился, а чувак ушел в инактив. И больше как бы не играл. Я его вызывал на какой-то ВКТ у нас был крупный. Я себе на 25 лет сделал юбилейный ВКТ. И позвал всех, кто был в команде за все время. Интересные были игры. Вот. А остальные, чтобы прям так вот уходили в команды более высокие по уровню, и именно это было круто для него и для этой команды, по-моему, нет. Такого не было. То есть обычно, если уж уходили в другие команды, особенно СНГ, там был либо скандал, либо как-то нас не устроил этот человек, и его попросили уйти, или что-то такое. То есть было. В основном, большая часть людей, которые уходят из команды, они либо сразу в могилу, либо, либо в каскад, вот и Empire уходили. Потому что, ну, третий вариант — это когда какой-то неадекват или какой-то, ну, столкновение именно на почве общения, типа, не очень зашло. То есть человек как-то провинился, что-то не так сделал по отношению к остальному количеству команд. Вот, его типа сделали уйти. Тут ребята уже дважды дублируют. Защити свой вопрос. Я не могу сказать, к чему относится, но я прочитаю, поэтому смотри, ответить или нет. Гость жалеет о том, что когда-то бездушный хладнокровно выкинул меня из команды, будучи под влиянием старого безумца. Я не знаю, это даже не вопрос получилось прочитать. О, это я не понимаю вообще, что там было. Там просто была ситуация, что Сунокасури у нас из команды ушла. Я не помню, правда, что значит выгнал. Я не помню, чтобы я кого-то выгонял. Особенно ее, что-то я не помню. Это, наверное, скорее он про Слэшерса. Да, это я Слэшерса. Вот она просто про продублировала. Это про него было. Я понял, все. Там, короче, была прикольная хрень. Он что-то взял, заигнорил, по-моему, жестко. Что-то он дурака валял. А, он еще все время постоянно начинал нести тюш, типа, а, блин, да, ну эти КВ пошли в жопу, там, что-то такое. Вот. И мы такие с Алмандом, тогда вот это один из самых старейших игроков у нас был, который вот как раз в могилу из Аштити ушел. Вот. Что-то было... Короче, мы с ним взяли, прибомбились-ка такие, блин, все, короче, мы тут стараемся, потеем, этот там вот наводит смуту и темноту в чат. Мы такие, ну, все. А он еще любитель был взять, пропасть на миллион лет, а потом появиться. Пацаны, привет. Ну вот. Ну, мы его кикнули, но я думаю, это ему на пользу пошло, так не вылетел из вуза хотя бы. О, мне тут пишут на Твиче. Turbo Twitch.ru. Быстрая раскрутка Twitch-канала, попробуй. Кайф, братан. Сейчас попробую. Ich bin Schwein. Никнейм. Ну, это какая-то разводка. Верно. Забавно. Я обычно баню таких сразу. Да пусть. Так, и что он там? И там ничего нету прям. Даже порнобанера. На Turbo Twitch.ru надо зайти, я не понял. Сейчас зайдем. Сейчас сразу пойдут подписчики и миллион денег. Сейчас. Только надо правильно вести. Спасибо, Десса, за учебу в ВУЗе. Да, спасибо, Десса, за счастливое детство. Так, там что-то... По-моему, кто-то еще спрашивал. Сейчас я посмотрю. Тоже, по-моему, повторяется. А, короче, там надо смотреть других новичков, и тогда они будут тебя смотреть. Короче, там типа такой клуб анонимных смотрителей друг за другом, так сказать. Клуб анонимных подсматривающих. В принципе, наверное, вариант. Просто немного извращенские какие-то мысли появляются, но не суть важно. Так, что еще я хотел спросить про команду? Сейчас надо вспомнить. Секунду. Какие вот еще планы в дальнейшем на команду, на мероприятие и так далее? Вот на ближайшее время. Вот ВКС сейчас заканчивается. Ну вот у нас следующая поездка планируется в Катовице. Я так понял, там даже больше людей поедет. Вроде как. Ну, Польша ближе намного к России, чем Германия.
Вот. Ну, у меня как бы, как у менеджера и лидера, у меня задача одна — найти каких-то спонсоров несчастных, которые нам будут помогать, тоже так же будут несчастны, как мы, или наоборот, счастливы, как мы. Вот. В принципе, если кого-нибудь найти... Мне, на самом деле, основная причина, почему я хочу так найти спонсоров, потому что мне просто впадлу, скажу по-русски, печатать футболки без логотипов спонсоров. Это просто как распечатал футболку, чтобы распечатать футболку. Это, блин, такая какая-то тема странная. Не очень весело. То есть намного прикольнее, когда ты печатаешь футболку, а там на нем там Nvidia, Intel, там Hyundai, Lukoil. Вот, а не просто футболка. Ну, походу, я так понял, все равно придется просто так футболку печатать с логотипом. Вот, потому что никому это ничего не надо, но по факту, если даже сделать футболку себе без спонсоров, то спонсоры могут увидеть твою футболку на каком-то крупном ивенте или еще где-то засветиться, посмотрят, ага, нифига там, сколько просмотров у этой фотки. А там же, блин, могло быть мое лого. Мое лого там могло быть. И такие, так, алло, Десу, сколько стоит место на твоей футболке? Вот. Так, то есть, два взгляда на эту тему есть. Ну, в целом, наверное, на следующий ивент надо будет заделать что-нибудь такое. Сун Касури планировала вроде... у нее есть какие-то идеи насчет того, как это задизайнить. Так что, может быть, даже заделаем футболочки в этом плане. Вот. А в целом, какие у нас планы? У нас планы выиграть РСТЛ, у нас план выиграть Альфа-лигу. В планах я хочу, чтобы все игроки апали 6500, слушали, что я говорю, делали, как я говорю, апали 6500, потом апали 7000, потом 7,5, брали ГСЛ, и мы бы тогда бы сделали бы фотку с трофеем ГСЛ совместную. Вот. И тогда можно было бы уже и второй раз ГСЛ выиграть, и третий. Там есть еще, ребят, вопросы. Я только сначала свой задам, потому что я вот четвертый раз уже, по-моему, вспоминаю, потом начинаем обсуждать все другое, я забываю. А вообще встречается ли команда в жизни каким-то образом? Может, бывают какие-то сходки там раз в год, допустим, еще что-либо? Какие-то такие вариации? Так. Ну, первый раз, так сказать, сходка была, мы ходили в Баркрафт совместно. А, нет, мы просто в бар ходили. Просто люди с Москвы, я в Москве живу уж, те, кто был в Москве, мы сходили, попили настойки, погуляли, все. Потом, значит, мы сходили на Баркрафт один разок. Кто там был первый раз? Первый раз там был я, Адмирал Мер и, по-моему, кто-то еще. Ну, может, и никто больше. Вот, ну так, походили, потусились. Потусовались. Потом, ну, я иногда приглашаю к себе в гости, кто есть из Москвы, мы ко мне приходим, пьем пиво, играем в джаз-дэнс, и иногда что покрепче. Вот в джаз-дэнс очень прикольно танцевать, особенно там есть корейские песенки просто. Хьюна там есть, этот Псай, очень забавно, все сразу игроки кайфуют, потому что ну, корейская музыка, под нее потанцевать прикольно. Потом посмотрим запись, очень весело. Вот. И еще ходили на Баркрафт разок, уже я и Арктур вдвоем, по-моему, ходили, он тогда взял его, забрил. Очень прикольное ощущение, когда ты менеджер команды, и тут хуяк, фигак, у тебя чувак, твой игрок пришел, всех вынес. Очень прикольно. Вот. А так, в целом... А, еще я один раз по работе, я летал в Екатеринбург, у меня в Екатеринбурге же еще игроки есть, и тогда я встречался там, видел Дитриха и Матвея, мы вот с ним там сходили в кафе, я, правда, в основном спал, потому что я тогда проснулся в 4 утра в тот день, вот, и, ну, и все, по-моему, ну, так, то есть, особо сходочек нету, потому что в основном из-за того, что команда вся очень разбросана по всему миру, и даже в Москве не так часто получается собраться, потому что у всех свои дела, все свои проблемы и так далее. Ну, там, конечно, не исключено это. Есть, в общем, маленькая мечта собраться однажды всей командой и прям
Ну да, было бы прикольно. Типа, буду кем-то такой сделать на недельку. Но это будет очень жесткая попойка, по-моему, это будет очень тяжело. У меня все запасы чая, наверное, истощатся. Так, там тяжко будет, наверное. Два вопроса в один объединю. Хотел, спросили, есть ли спонсоры у команды вообще, и сколько в среднем зарабатывает менеджер HTT? Там было два вопроса. В среднем спонсоров у команды ноль. В основном участие на турнирах оплачивал либо я из кармана, либо мы сбрасывались там с некоторыми, ну, кто хочет помочь скидывать денег немножко. Там не так это много стоит. То есть РСТЛ стоит, по-моему, 900 рублей участие в сезоне. Вот в Варди Лига мы недавно регались, там 10 баксов, это сколько там, 650 рублей, да? Вот. А последнее время, на самом деле, прикольно, мы же выиграли там сколько-то денег на РСТЛ в предыдущем сезоне. Я тупо все в регистрационные с этих бабок заплатил и все, короче. Вот, то есть команда практически вышла на самоокупаемость, но сейчас как бы денег ноль, и надо тоже опять выходить на самоокупаемость. Вот. На самоокупаемость не вышел только второй состав у нас. Вот они вот дурака валяют. Но там, правда, сейчас уже получше стала ситуация. Я надеюсь, они тоже выйдут на самоокупаемость. То есть, в принципе, я считаю, задача выполнена у состава, когда он поучаствовал бесплатно, то есть вернул бабки, которые оплатил. Вот. А задача минимум выполнена, я считаю, когда вышла команда в плей-офф. То есть много игр сыграла. Вот. А сколько зарабатывает менеджер HTT? Менеджер HTT зарабатывает остеохондроз, искривление позвоночника и плоскостопие, наверное. Ну и плюс потерю зрения. Еще, конечно, истончание нервных окончаний, потому что это нереально. А я, в частности, не знаю, как другие менеджеры, у меня, например, все пальцы сгрызаны на пальцах, когда особенно кланвары идут. Это вообще очень тяжело, у меня такая привычка дурацкая. Вот. А игроки в HTT зарабатывают в среднем, сейчас скажу, 1, 2, 3... В среднем 3 мема в день зарабатывают. Бывает больше. Бывает, ну, меньше, наверное, вряд ли бывает. Что-то в районе 3 хороших мемов в день, короче. Там спрашивают еще, платят ли игроки взносы с призовых? Нет. Так. Вопросы... Все, пока на этом закончилось. Сейчас, конечно, жаль, что попутно ВКС идет. Собрали, я думал, мы бы побольше немного человек. Ну, может быть. Просто ты потом спросишь своих зрителей, которые даже тебя на ВКС не променяли. Может, им будет... Ты же не делал анонс этого, никто не подготовился. Может быть, в течение времени кто-то еще какие-то вопросы завыдумывает. Да, я вот думал, я, кстати, уже писал по этому поводу Арктуру насчет того, чтобы еще у него взять интервью по поводу его впечатлений, его первого выхода на сцену. Ну, это хорошо. Не первый выход. Ну, имею в виду, вот в этот, как бы сказать. В этом году? Да. А, кстати, я не помню, на сцену раньше играл или нет. Может быть, он действительно первый раз на сцене был. Ну, в прошлый раз он тоже там достаточно высоко забрался, насколько я помню. Сейчас позырю. Ну, по-моему, все-таки в этот раз... Сейчас, ладно, не буду выдумывать тут. Сейчас откроем. Не, в прошлый раз он даже выше забрался. На самом деле. В прошлый раз он забрался 17-24 место. Это Валенсия была. А сейчас это у него 33-40. Ну, вот тем не менее, я думаю, людям было бы интересно узнать его впечатления, ощущения, ну, да, как все происходило. И я думаю, это соберет людей. Нужно вот дождаться окончания ВКС, скорее всего, и потом сделать анонс. В этом плане. Арктур, ну, да, спрашивает, Арктур разве на ВКС в Киеве не был? Не помню. Я знаю, что он вот ездил там в Валенсию в прошлом году. Он ездил еще... так, куда же он там еще ездил? В Катовице еще он ездил. Чуть-чуть лагаю, Дискорд, еще раз повтори, пожалуйста, последние слова. Он ездил на Валенсию и
готовится. По-моему, все на этом. Насчет Киева не, вообще не помню. Вот это я боюсь у него спрашивать. Ты смотрел же вчера ВКС? Ну, я тоже, кстати, там был в конфе, просто я молчал. Это как Арктур отнесся к тому, если он еще в курсе, как его зовут теперь в... Да, в принципе, вы во всем комьюнити, наверное, заметили его схожесть визуальную. Но это к нему. Это к нему вопрос, скорее, а не ко мне. Он как бы, он сейчас в другой стране, он приехал в другую страну, чтобы все чатиться у нас в чате. Он так отписывает, типа, все, да, окей, классно, я там доволен своим результатом, там, или что-то такое в плане отписывал, и все. То есть, ну, ты же не будешь сидеть в чате все время, когда ты в другую страну уехал. Понимаешь? Да. Надо походить, посмотреть, там, поиграть, пару битчиков обыграть. Вот, а... Так пока, вот реально, он приедет, тогда вопрос ему зададите. Пока записывайте на бумажке, чтобы все это задать. Арктура доставать. Так, ну я не знаю, я думаю, наверное, можно по чуть-чуть будет заканчивать это интервью. Оно получилось несколько импровизированным. Давно хотели, но просто мы не готовились к нему. Вот именно что по сегодня. И мне кажется, в целом опыт был неплохой, по-моему. Ну, это зависит от того, что тебе свои зрители скажут. Как бы понравился мне это или нет. Я-то могу болтать, пока не, это, не вырублюсь. Я-то просто... Ну, ты кастишь, ты говорил, с декабря, да? Да, с 4 декабря. С декабря, да? С 4, да. Ну вот, а я просто кащу где-то с середины 2012 года, поэтому я могу разговаривать просто бесконечно. Кстати, вот в этом плане очень мне стриминг помог. Я могу сидеть, разговаривать с каким-нибудь человеком просто сколько хочешь. Куча у меня аутов на следующее предложение, куда заворачивать разговор и так далее. Очень. Вот это единственное, что мне, наверное, помогло, стримерство мое. Потому что когда идет турнир 7 часов, уже начинается изобретание там новых конструкций словесных таких, что просто фиг знает чё. Сэшер пишет, подтверждаю. Что ты подтверждаешь? Ну, то, что кастерство помогает потом уметь разговаривать с кем-то. А, это да. Особенно на публику. Вот, когда приходят перед кем-то выступать, некоторые начинают там это... мокреть в одном месте. Язык без костей. А так научишься разговаривать. Как говорится, язык до Киева доведет. Да, кстати, вот ВКС не смотрел... Может быть, ты видел сегодня, вылетел ли Блай, как там, остались ли СНГ игроки? Ой, на самом деле, ну, Блай, он как бы все такое, да, он вылетел. Мне вот не очень интересно смотреть, как Блай играет, если честно. Я вот так, как он играет, не очень люблю игры. Так что я особо сегодня не смотрел, на самом деле. Мне что-то, на самом деле, после того, как кастишь игры своих игроков, нас немного становится неинтересно смотреть вообще чужие игры, потому что ты не переживаешь за этих с экрана, которые тебе никто и никогда. Вот, а своих интересно смотреть и переживать интересно. Ну, так я посмотрел немного НИП, как играл, немного как Showtime. Ну, в целом, я считаю, что лучше смотреть ГСЛ. Все-таки у первоисточника учиться лучше, чем у второго источника. Вот, мне обычно, я знаю конкретных игроков, которые стиль мне импонирует, я обычно вот на них заостряю свое внимание. Вот. А так, да, вот Блай Тру проиграл в ЗВЗ. Одну карту отжал. Я же смотрю на Ликвипедии. Передайте привет Арктуру. Мы им передадим, но сейчас его здесь нет пока что. Арктур в Германии. Наверное, там... Ест сосиски. Он так иногда онлайн появляется. Ну, я как-то даже неохота его по такой мелочи дергать, его меншинить в Дискорде. Вот, вызовите его на стрим, тогда передадите привет. Лично, так сказать. Ну вот, надо будет попробовать договориться и с ним об интервью. Я думаю, это будет интересно и зрителям, и
не только моим зрителям, но вообще в целом ребятам. Да. StarCraft у нас онлайн неплохой получается в среднем. Человек под 20-30 точно, как минимум. Ну, вот когда сейчас нет пика такого, как с ВКС. Сегодня, кстати, 4000 человек смотрело ВКС на ру-комьюнити. Это, мне кажется, рекорд, потому что на Твиче я не помню, чтобы я там, ну, больше 1000-2000, наверное, видел в среднем. Там. Ну, о, без да мероприятий. Нет, там, да это мало даже. Просто я застал времена, когда StarCraft по 100 тысяч смотрела. Ну, конечно, это был GSL финал, по-моему. Ну, в целом, то, что совсем уж вниз не падают, это уже неплохо. Сейчас, по-моему, 17 тысяч смотрят на английском стриме. Сейчас посмотрю. О, уже 21 тысяча на английском стриме. Нормально. Ну, тем не менее, неплохой результат, мне кажется, для игры, которая уже, ну, наверное, достаточно старой, можно назвать. Ну да, и сложная. Да, учитывая то, что сейчас современные игры, они идут по тенденции прощения, наверное, если можно так выразиться. То они все какие-то становятся более в чем-то проще, доброжелательными к игроку по сравнению с теми, что раньше были. И понятнее, что делать. Угу. Где ну, у нас вот сейчас на командном два человека ВКонтакте смотрят, один человек с Ютуба и четыре человека на ГГ. На Твиче вообще ноль. Есть. Что-то у нас на Твиче вообще нулевич. Да, на Твиче, я не помню. Мне как-то скидывали у вас профиль там. Что-то как-то не густо почему-то. Да, там очень мало. Ну, мы в основном через ГГ... на ГГ ориентировались, но что-то как-то зря, наверное, делали. Надо лучше на Twitch или на YouTube. Да, у нас там всего 3000 просмотров, что-то вообще тяжко. Эй, ребят, мы обогнали HTT. Это так, показатель. А мой основной канал, интересно, ты обогнал? Сейчас посмотрю, сколько у меня просмотров. О, ничего себе. 50 тысяч. Что-то тоже очень мало. Странно даже. Ну, у меня 11 698. Вот я сейчас смотрю. За... 80 фолловеров. Несколько месяцев. Даже меньше, подождите. 2 месяца еще не прошло. Месяц чем-то прошел. Походу, как-то это обнуляется, походу. Когда-то, видимо, за эти года. Потому что это точно мало. Ну, я сейчас на свой канал почти не стримлю, я стримлю всегда на командный, когда могу. У меня вообще идея основная, то, что надо стримить чисто на командный канал всем, ну, кто может в команде, потому что получается, что когда стримит и работает канал максимально много времени, то как бы и своя аудитория больше набирается. То есть основная задача стримера — стримить как можно больше. Ну и особенно в прайм-тайм. То есть прайм-тайм обязательно стримите, и плюс дополнительно, когда можешь, тогда стримишь. Потому что чем больше стримишь, тем больше людей ты сможешь заинтересовать, и они вот как раз оседают, так сказать. Ну, я думаю, вот сейчас мы постараемся поднять популярность HTT силами собаки. У нас там в чате уже пишут про пса. Да, интересно, что получится. Сейчас, по идее, у нас еще Ами появится. Он в инактиве был, у него там переезд, ремонт. Тоже будет помогать. Вот. А так обычно, вот серьезно, наверное, до конца лета, наверное, до середины лета я стримил в одно лицо прям все с КВ основного состава. Это вообще было тяжело очень. Да, я представляю. Кстати, вот... Уже не в рамках интервью, просто чтобы потом это не уточнять 10 раз. Ты писал, на неделе следующее будет каждый день там игры. Да, очень жестко будет. Но это уже будут игры, которые я не качу. Ну, вообще мы не кастим сами. Так, первый день, понедельник, будет КВ, который, да, никому кастить нельзя, кроме организатора. А остальное все... А, еще в четверг тоже будет КВ, который тоже только организатор кастит. А во вторник будет альфа, в среду, по-моему, пусто. Ну, может, там, Кахай. Просто я веду как бы расписание основного состава, а второй состав свое расписание не ведет в этом
в Google календаре, поэтому я не знаю, что у них там происходит. Вот. А так, как обычно, будет. Ну, мы, правда, уже перенесли RSTL на следующую неделю, потому что у нас там по-другому никак не выходит. Так что, скорее всего, среда будет пустая. Хотя, что-то я не знаю, я даже писал что-то. А, все, да, среда будет пустая, потому что я думал, что в среду получится с Хасу сыграть, но они говорят что-то там, что у них тоже не получается в среду. А, у них альфа в среду. Уже перенесенная, то есть. Вот, получается, такие дела. Ну, о, вот, что-то там, походу, видите, ребята, перенес. Тогда на следующей неделе, день же суббота, да? Господи, суббота. Да. Помолимся за этот день, завтра можно еще поспать. Следующая неделя будет достаточно активна на различные конвары, на мероприятия. У меня есть еще много-много задумок, на которые нужно найти время, силы, ну и в идеале еще деньги. Хотя они уже по чуть-чуть появляются. Это радует. Да, прикольно. А так вот, к вопросу о спонсорах, на самом деле даже непонятно, что нужно от спонсоров команде, потому что по факту я же не буду просить у спонсоров, давайте каждому игроку HTT оклад 40к. То есть, а меньше, если платят, то какой смысл фулл-тайм играть? То есть тоже странно. Что значит зарплата, тоже непонятно. И сколько она должна быть? А вот почему ему столько, а мне не столько, и начнется какая-то хренотень, мне кажется. А ты интересовался, как это в других командах происходит? Ну, то есть... Вот есть же ряд команд, где тоже достаточно там количество игроков, но есть спонсоры. Не пытался ли ты это как-то узнать? Ну, не интересовался. Ты по расценкам или что-то имеешь в виду? Ну, нет, в целом, как у них реализовывается? Вот у них появляются спонсоры, и что с этого? Ну, обычно определенных игрокам зарплата в месяц что-то платит какое-то количество. Обычно типа $100, 100 евро. И обычно еще... премия за выигранные сеты на КВ, по-моему, сколько-то денег, не знаю, в России там 100 рублей, по-моему, там 300, ну, кому как, ну, то есть, ну, копейки полные. Вот, ну, что-то как-то это, получается, все равно премировать игроков. На самом деле, мне было бы интересно, если бы спонсор выделял бабки на внутриклановый турнир, то есть это прикольно. Вот, когда не просто за что-то, а еще и поощрять. Но в целом обычно я сомневаюсь, что вот у нас на внутри команды какая-то будет ажиотаж из-за огромного количества денег, внезапно появившегося. Потому что я думаю, немножко другие приоритеты. Блин, капец, что-то я тут начал смотреть, что дальше будет по КВХам. Тут жесткий график, короче. А вот кто составляет этот график, кстати, получается? Организаторы этих мероприятий или вы совместно как-то? Ну да, да, там обычно вбивается в систему, это потом выставляет конкретные дни. Рандомно, а на RSTL, например, не рандомно, там чисто каждый понедельник стандартно. А то, что там происходит, это уже сами администраторы лиг между друг другом обсуждают, что как. Ну вот. Ну тут, кстати, забавная ситуация произошла. Мне пригласили в админский состав RSTL, так что я теперь... уникальный человек. Я одновременно администратор и Альфа-Лиги, и RSTL. Вообще, короче, человек-пароход. Главное все время находиться. Бавно. Да, то есть, получается, я у себя в команде и КЛ, и менеджер, и стример, и хед-коч, и игрок, и новости-мейкер, и разговариваю со спонсорами, и скаучу иногда. И получается еще и администратор двух лиг. Это жесть, короче, полная. Все за одну зарплату, ребят. Да, очень-очень тяжело. Не, ну вот видите, мы... Саша говорит, что он хед-коуч. Ну вот, собственно, подводя итоги, мы сегодня пообщались с менеджером
HTT с DES. И, собственно, мне кажется, стоит сделать вывод о том, что для него, по крайней мере, это не просто команда, это вот что-то как семья, можно давайте так громко, может, выразимся. Ну и мне это понравилось, на самом деле, потому что все-таки такое отношение мне нравится к различным вещам, к действиям намного лучшим, чем именно вот простой упор на деньги, на какую-то статусность и так далее. Ну да, это как-то более по-взрослому, что ли. По-человечески, наверное, даже можно сказать. Ну да. Просто как-то, когда все на бабках, это как-то несерьезно даже сказать. То есть я понимаю, если бы там были миллион-миллионов денег, типа как там топ-менеджеры зарабатывают каких-то там, я понял бы, что из-за этого там какие-то разборки происходят и выяснение отношений. Но когда, блин, люди там в какой-то, например, галимой команде с хреновыми менеджерами, другими сокомандниками за там $100 в месяц находятся, то есть они как бы сами в известной нехорошо пахнущей субстанции находятся и свое имя тоже этим же обмазывают, так сказать. Как-то это выглядит дурацки. Да. И, кстати, вот еще важный вопрос, который надо было задать как раз, наверное, в окончании. Он будет приятен и интересен зрителям. Ведется ли набор в HTT сейчас? И какие градации там? По лигам, по Мару и так далее. Такая еще реклама большая. У нас обычно, ну, у нас никогда не прекращается процесс набора, так сказать, в команду. Но по факту отталкиваемся мы от того, что мы можем как команда предоставить игрокам. То есть мы как команда можем предоставить игрокам тренировки, советы, там какие-то разборы реплеев там может быть, какие-то там другие вещи такого плана. И кланвары, и участие на турнирах, естественно. Но мы на турнирах зарегистрированы и занимаемся турнирами, которые определенного уровня. То есть там, чтобы играть и хоть что-то делать, ну, то есть не просто как бот сидеть, умирать по кулдауну, да, надо быть достаточно высокого уровня как игрок. То есть это 5000 ММР для второго состава минимум, ну, именно натуральный ММР, который заработан кровью и потом, а не полуторами билдами. Ну, мы как бы проверяем это на собеседовании, так сказать. А основной состав у нас вообще пипец, там уже 5500 надо иметь минимум. То есть с 5500 ты будешь там проигрывать 8 кланваров из 10. То есть там у нас оппоненты реально там... Лучшее, на что можно надеяться, это низ ГМа в основном, у основного состава. Вот. Ну, соответственно, в первом составе у нас Арктур должны понимать, что чтобы помогать ему выигрывать, надо быть максимально близким к нему по уровню. Вот, а, соответственно, все остальные лиги мы можем предложить свои услуги, советы и, блин, обсуждение, как вы плохо заказываете рабов там или что-нибудь такое, максимум. То есть я имею в виду, что для этого не нужно быть в составе, мы просто можем так поговорить с вами, объяснить. То есть так я вам не предлагаю, потому что он вам не нужен в таком случае. Вот что я могу сказать. Ну, а если вы хотите помочь как-то не в игровом плане, как я это называю. У нас не игровые должности всегда свободны и обширны. Да, можете сидеть ВКонтакте, ковырять там новости, хотите там еще чем-то заниматься. Все без проблем. Вот это просто следующий был вопрос. Ты его чуть-чуть предвидел, да, может так выразиться. Я хотел еще сказать, вот помимо того, что и самих игроков, вот кто сейчас востребован команде, может быть, даже кто-то из зрителей захочет помочь команде, внести какой-то вклад, потому что у нас очень много здесь ребят, которые любят тем или иным образом помогать стриму, другим зрителям и так далее. Так. Ну, было бы неплохо, если кто-то, человек появился, который именно занимался конкретно новостями команды, именно все в этом плане проводил. То есть вот там мы сегодня едем на такой-то турнир,
вот мы будем, и надо про этот пост сделать. Потом там результаты команды, вот мы вот сейчас вот сыграли, заскриншотить результат, закинуть туда, добавить запись игры, вот, там, надо в Твиттере то же самое обсуждать эту тему, там, что-то там, вот, нам присоединился новый игрок, надо написать там в таком плане. Но я просто тоже не знаю, как это по-хорошему делается все. То есть введение групп, вот это все, это как бы было бы неплохо, если кто-то помог. Вот, но то же самое со стримами, помогать в плане потока, если остальные не могут, тоже было бы неплохо. Там всякие менеджерские темы тоже, когда менеджеров много, это когда менеджеров мало, это тяжело для них. То есть менеджеры тоже нужны, конечно, которые бы помогали КВ как-то это все делать. А в целом, что-то я даже не знаю, мы, по-моему, совсем практически справились. У меня что-то даже ничего не вспоминается, что, блин, так прям горит. Прям горит. В целом, как бы, все, что ты хочешь и умеешь делать, и ты как бы можешь этим помочь. То есть, даже как-то не могу как-то умственно отделить какую-то часть моих задач, куда-то выделить в отдельную единицу производственную, так сказать. Ну, у нас там висит висит объявление у нас в паблике. Если там сложно, нас... извини, что перебиваю, можешь сейчас в чат Твича тогда ребятам скинуть? Может быть, кого-то заинтересует прочесть ссылка на паблик. Ага. Так, там у нас, значит, написано, что надо фейсбучить, желающие фейсбучить, твиттерить, вконтачить, стримить, новостить, управлять, договариваться и редактировать. Пишите в ЛС. Про трудоустройство и зарплату только. Ну да. Ну, так зарплата у нас в мемах выдается. Ну да. Потому что все честно. Зарплата в мемах. Там, кстати, ребят, это не шутка, нужно. Я сам своими глазами это видел в группе в Дискорде. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, наверное, можно на этом по чуть-чуть заканчивать. В дальнейшем нас попробуем все-таки организовать интервью с Арктуром, помучить его вопросами, возможно, чуть-чуть больше подготовить план какой-то. Ну проведения. Да, вы в целом можете и любого игрока у нас тоже выцепить, кроме Арктура. В целом даже, наверное, можно на кем-то до этого потренироваться, так сказать, на другом кому-то. В принципе, если вас кто-то еще зацепил своим стилем игры на стримах, в целом я как бы позиционирую, что у нас все игроки интересные, и за каждым наблюдать очень занятно. То есть выбирайте, кто вам тоже нравится на стриме. Вы же насмотрелись уже, КВ-5 ты, по-моему, откастил, или 4, что-то такое. Ну, то есть уже приличное количество людей вы видели, вы тоже как бы уделяйте остальное внимание. Потому что, ну, многие вообще считают, что вот моя раса, мне остальные игроки не интересуют. Такие тоже бывают. В этом плане у нас тоже достаточно разнообразен состав у нас. Так, сейчас я скажу даже по количеству. У меня было где-то написано. У нас в команде 6 протосов, 6 тернов и 14 зергов. Короче, зергов. Миллион зергов, да. В основном составит 3 протоса, 2 терана и миллион зергов. Ну, собственно, ребята, вы видите, что HTT открыты для того, чтобы как-то участвовать и развиваться вместе с ними, помогать им, чтобы они помогали вам. Если это вам интересно, то, я думаю, можете связаться с ними, либо как-то через меня попробовать, я думаю, это тоже возможно. Ну и по поводу того, что... Кастов последних, ну, ребятам нравится, как играют HTT, то есть если первые стримы там они еще не распробовали, то потом уже, когда посмотрели матчи там, допустим, ребят там от того же Артура, Холлинигана, Гостхэва, то они прям этот в восторге были. Ну, вот да. Сейчас, кстати, просят демку, реплей скинуть, который был вот в последнем матче сейчас ТВЗ Холлинигана и не помню, как зовут оппонента из Анджела. Angel Wings. Yellow Fox, по-моему. Да. Что такое? Вот они очень хотели. Меня там вот раз 5 на раз спросили в чате, чтобы можно этот повтор, пожалуйста. Так. Ты, то есть, меня к действиям
побуждаешь? У тебя тоже трепка есть? Ты же кастил. Не, она мне есть, я просто вот, если ты этого не против, ну, я ты... скину. Не, ну конечно, я думаю, не против. Так, ну я, конечно, спрошу, но я думаю, в этом нет ничего такого. Бич Плис, Йоу Фокс, вот. У меня демка есть, ребят. Мы можем с вами поделиться. Посмотреть, как играют ребята. Ну, я сейчас как бы спрошу, но это скорее формальность. Мне кажется, вряд ли кто уцепится в своей репке. Я не хочу никому давать, мне кажется. О, все, надо, короче, вводить этот пак реплеев за подписку. Точно. Вот так вот. Так, все быстро подписались на Twitter, и тогда выдадим репки. Вот видите, ребята, бескорыстная, бескорыстная команда в действии. Ну да, мы деньги не просим, только подписка. Так. Я, кстати, вот единственное, что мне хотелось в плане вот этих вот подписок, всяких денег и там всякой вот этого крутости, мне хотелось бы на Good Game, это премиумов много, чтобы купили, чтобы там эти смайлики свои запилить из Дискорда. Ну, да, вообще... В Дискорде смайлики вообще топовые, конечно. Да, там очень прикольно все получилось. А в Твиче как это со смайликами, я тоже не знаю. Там нужно оформлять вот эту, как партнером Твича, по-моему, партнерку оформлять, тогда можно будет делать, короче, не знаю, я пока... А что для этого надо? Не разбирался? Там мне уже предлагали, у меня висит эта галка, там нужно типа... было прокастить какое-то количество часов, собрать зрителей там на стриме за раз 50, по-моему. Ну и вот я это все сделал, у меня галка есть, но, по-моему, с этой фигней можно это делать, смайлики. Надо еще почитать, на самом деле, я как-то этим не занимался. Да, вот я вот как-то... Там они такие малюсенькие, да? Смайлики? Да-да-да. Маленькие-маленькие, по-моему. Да нет, нормальные, вот как сейчас в чате спамим. Вот я проспамлю, допустим. А, ну, обычно просто мне что-то... Они по сравнению с Good Game почему-то кажутся мне маленькими. Ну, Good Game, он, да. Good Game большие. Мне так непривычно. Я в группе сейчас вижу сам себя, типа мой стрим. Я знаменитость, там даже смотрит кто-то. Да, вот ребята говорят, что они подписались в этом. В ВК. О, все, тогда можно это. В ВК на Ютубе. На Good Game, на Твиче. Вам надо этот перечень ссылок мне скинуть, чтобы я тоже себе в профиль вставил. Блин, надо профиль, ребята, оформить красиво. Все, руки никак не дойдут. Ну вот мы, видишь, тупо закинули тут эти картинки этих твиттеров всяких, вконтактов, и они как бы активны, и все, как бы ничего не делали, кроме этого. Вроде как более-менее выглядит. Я, правда, не знаю, нормально или нет, надо еще, наверное, что-то написать. Когда партнерка с Твичом и смайлы, партнерка с Твичом, не знаю, как-то я не планировал заводить ее. Вот, только надо, наверное, Дискорд только удалить. Мы как бы у нас раньше был свободный доступ в Дискорд. Наверное, надо его почикать. А, хотя может туда закинуть СНГ, StarCraft. Реплей или что ты имеешь в виду? Нет, я имею в виду в описании канала. Закину туда ссылку вместо Дискорда, который... Ну, там у нас просто раньше у нас был свободный доступ в Дискорд-сервер команды, а потом мы решили огородиться, потому что были много скучающих школьников заходило. Надо, наверное, просто зайти туда, закинуть вместо ссылки вот этой, которая уже мертвая, я туда закину. Ссылку на Discord сервер СНГ StarCraft. Я залип в мимасы в Дискорде. Извините, ребят. Тут как попадешь, так все. Там реально годные мимы. 23 тысячи зрителей на Старовадре. В смысле на Старовадре? Да, 2000 на ESL SK2 стриме официальном, слэш направо StarCraft, который... Да, ну и 3,5 на
русском. Ну и, кстати, вот смотрите, идут русские... А, еще я насчет подписок вспомнил. Мне больше всего бесит, ну, из-за того, что мало подписчиков на Ютубе, не дают нормальную эту нормальную ссылку, читабельную. Там, короче, 100 подписчиков надо, тогда тебе дают читабельную ссылку. А. Вот меня, вообще пипец, задолбало меня. Кстати, ну что, тогда реплей я этот дарю людям. В качестве это первой компенсации давайте. Я их раздразню, а потом, если им понравится, то они будут подписываться за реплеи, кидать мемы. Еще что-то хотел сказать. А, так вот, сейчас, получается, русский сегмент Твича идут, ну, понятно, Starvader, потом Димага, и потом мы паровозиком. Мы всегда паровозиком вот идем где-то за Димагой, за братком, то есть там где-то 3-4 трансляция у нас. Ну, если они стримят. Ну, норм. Я на самом деле знаю, сколько можно смотреть Димагу. Там, блин, просто одно и то же, по-моему. Ничего, по-моему, интересного. Ну, правда, многим нравится конкретный харизм, поведение игроков, за это тоже. Вот я, мне иногда нравится тоже кого-нибудь смотреть именно из-за этого, так что в этом плане понятно. Да, меня вот все склоняет играть в Адер. И я пока не поддаюсь, кстати. Так, ну что ж, ладно. Думаю, ребят, мне кажется, можно считать это интервью, в принципе, неплохим, для первого раза удачным. Мы узнали много нового интересного об HTT, узнали о том, что есть возможность без проблем, в принципе, пойти с ними на контакт, если есть желание как-то им помочь, либо наоборот, они могут вам что-то подсказать, рассказать. Ну и пообщались, естественно, с менеджером, с Десу. Я да, думаю, это так. Я думаю, все из этого какой-то полезный опыт получили. Поэтому, наверное, будем на этом прощаться. С вами был Док. И Десу, всем спасибо. Играйте StarCraft.